Shri Gurudev ki jai Shri Gurudev ki jai Shri Gurudev ki jai Radha Lalit Madhav Radha Raman Bihari Radha Nayan Bihari Juki jai Govinda Gopinath Madan Mohan Juki jai Radha Damada Radha Shyama Sundara Radha Kokulananda Radha Raman Juki jai Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Stotra Satya Shrimad Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Stotra Satya Shrimad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj Ki Jai Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Stotra Satya Shrimad Bhakti Vedanta Trivikrama Goswami Maharaj Ki Jai Pravishta Om Vishnu Pada Stotra Satya Shrimad Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj Ki Jai Pravishta Om Vishnu Pada Stotra Satya Shrimad Bhakti Jivan Janatma Goswami Maharaj Ki Jai Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Stotra Satya Shrimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Лила Пришта Мишна Пада Стутра Сатта Шимат Говинда Махарадж Ки Джайн Пришта Мишна Пада Стутра Сатта Шимат Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж Ки Джайн Пришта Мишна Пада Стутра Сатта Шимат Бхакти Вайбха Пури Госвами Махарадж Ки Джайн Пришта Мишна Пада Стутра Сатта Шимат Бхакти Ракшак Шридар Госвами Махарадж Ки Джайн Пришта Мишна Пада Стутра Сатта Шимат Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакура Шрила Прабхупада Ки Джайн Пришта Мишна Пада Стутра Сатта Шимат Гор Кишор Дас Бхаджи Махарадж Ки Джайн Пришта Мишна Пада Сачидананда Шрила Бхакти Винод Тхакур Ки Джайн Пришта Мишна Пада Вайшнава Сварупама Шрила Джаганнатха Дас Бхаджи Махарадж Ки Джайн Рупа Санатана Бхатта Рагунатха Шри Джива Гопала Бхатта Дас Рагунатха Шри Госвами Прабху Ки Джай Сварупа Дамодара Рай Рамананда Ди Шри Гор Паришада Вринда Ки Джайн Намачарья Шрила Харидас Тхакур Ки Джай Прем Сакава Шри Кришна Чайтани Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шрила Сади Шри Гор Бхакта Вринда Ки Джай Навадвипа Мандал Ки Джай Враджа Мандал Ки Джай Кшетра Мандал Ки Джай Трипанга Шри Харинам Санкиртан Ки Джай Чара Сампрадая Чара 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 Дхама Ки Джай Ананта Коти Вайшна Вринда Ки Джай Самагата Гор Бхакта Вринда Ки Джай Нитай Гор Приманандэ Хари Хари Бом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Миритам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха Гураве Гурачандрая Радикая Тадалая Кришная Кришна Бхактая Тадбхактая Намо Намаха Ванча Калпатарубьяшча Крипа Синдубья Эвача Патитанам Паванебью Вайшнавебью Намо Намаха Ананда Лиламай Виграхая Мабадивича Висундарая Тасмай Махапрема Раса Прадая Читани Чандрая Намо Намасту Нитьянанда Намастубьям Премананда Прадайни Кало Калмашанашая Джаннавапатай Намаха Аджану Ламбита Бучо Канака Вадату Санкиртанай Капитаро Камалая Такша Вишвамбаро Вижаваро Джугадарма Палу Ванде Джагат Приякаро Карунаватаро Кало Канака Джалада Гатро Нила Шонабджа Нетро Мригамада Варабала Малати Кундамала Тарала Таруна Вешо Нила Питамбарешо Смарани Брита Никунджи Радика Кришна Чандра Тавай Васми Надживами Твоя Вина Дивигая Раде Твамнай Мам Чаранантике Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Вайрагья Юг Бхактира Сампраят Нарапаян Мамадубит Самандам Крипам Будиря Парадука Дуки Санатанам Твам Прабху Машраями Санатанам Твам Прабху Машраями Окей. Итак, прежде всего, мы бесчисленные Дандавата Пранама, лотосным стопам Шрила Гурудева, Нитья Лила Правишта, Ом Вишна Пада Стутра Сатта Шримад Бхакти Веданта Нараяна Госвами Махараджа. Также Парам Гурудева, Нитья Лила Правишта, Вишна Пада Стутра Сатта Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. Нитья Лила Правишта, Вишна Пада Стутра Сатта Шримад Бхакти Веданта Свами Прабхупады. Все Рупанога Гуру Варги, всем возвышенным Вайшнавам, всем преданным собравшимся здесь гостям. Вот, спасибо, что приехали, несмотря на то, что плохая погода или... Ой, нужно переключить. Правильно, сейчас правильный микрофон. Несмотря на то, что, как это, затмение, плохие погоды и все прочее. Вот, Харикатха — это наше богатство, самое главное, что у нас есть. Шрила Гурудев вниз-вниз его. Туда, вот, куда угодно. Еще садитесь, все это потом. Эй, Лалит. Харикатха — это наше богатство. Шрила Гурудев столько времени уделял
Читани Чаритамрити в своей проповеди, да, биографии Шри Читани Махапрабху. И самое сокровенное место Шри Читани Чаритамрити, Рай Рамананда Самват, беседы Махапрабху с Рай Раманандой, наставление Рупи Санатани, Рупа Шикша Санатана Шикша, столько лет Шрила Гурудев все это нам излагал. Поэтому, идя по стопам того, что он говорил нам, мы слушаем то, что Шрила Шри Читани Махапрабху говорил Санатани Госвами. Итак, мы слушали повествование об аватарах. Шри Читани Махапрабху говорит дальше. Эйтака хилона шакти авеша аватар палья пауганда дхармер шуна вичар. Итак, я поведал тебе о воплощениях, наделенных особым могуществом. Теперь послушай, пожалуйста, о характерных особенностях детства, отрочества, юности Кришны. Ананта напомнит нам 6 видов аватар. Ты помнишь? За неделю не забыл? Пурша аватар, лила аватар, йога аватар, вон аватар, мантра аватар, манвантара, манвантара аватар и шактиавеша. Шактиавеша. Ты, по-моему, забыл одну? Лила аватар рассказал? Сказал. Хорошо. Значит, назови сперва те, которые не участвуют в материальном творении. Какие из них не участвуют? Пурша аватара не участвует. Нет. Это все связано с творением, которое не связано. Они участвуют. Нет. Они участвуют, а которые не участвуют, какие? Лила аватары, правильно. Лила аватары, они приходят из духовного мира в материальный. Вот у нас таблица под боком. Они приходят оттуда сюда. И они просто являют лилой, чтобы забрать обусловленных душ обратно в духовный мир. Вот и все. Манвантара, они присутствуют все равно в рамках. То есть это ману и другие. Бесчисленно. Нет, как? Ману еще как участвует? Прародители человечества, конечно. Они же слуги Брахмы. Они все слуги Брахмы. Помните эту схему? Да, 71 я опять не взял из комнаты. В общем, и таблицы тоже не взял из комнаты. Но это, может, и не важно сегодня. Значит, помните, 71 ману. Или... 14 ману, да? 71 четурьюга в одной манвантаре. То есть 1000 четурьюг на протяжении одного дня Брахмы. То есть этих воплощений им нет числа. Нет. Потом про гуна аватары и пуруша аватары скажи что-нибудь, Ананд. Вот, я помню, что их три. Вот первый Махавишну, второй Гарабодха. Да, Кашай Вишну, третий. Кширадак. Кашай Вишну. Вот один из них. Маха Вишну, он самый главный из них. Из него исходит, из его пор исходит? Все как бы вселенные. Вселенные? Да. Гарбода Кашай, его еще называют Падманабха. Он вот в каждой вселенной, в каждой вселенной наполняет океаном, и... создает листок лотоса, на него ложится и отдыхает. Да, он в мистическом сне. И почему его зовут Падманабха? Потому что его пупок, из его пупка вырастает Падма, лотос, на котором рождается Брахма, Господь Брахма. Вот. И еще про гуна аватары. Гуна аватары. Четыре же. Гуна, да. Как четыре? Уже четыре у тебя? Да. Ананта. Ой, три гуна. Четыре юга. Это все луна, все луна. Сбивает с толку. Но. Три гуна. Вот благость, там, невежество и страсть. Хорошо, а Санкаршан скажет, какие это гуна аватары? Как в школе. Да. Только так, иначе как мы запомним? Вишну — это гуна благости. Нет. А, правильно, да. Все, это я порушился потом. Брахма — это гуна раджаса. Что такое раджаса? Страсть. Страсть. И Шива — гуна невежества. Окей. Еще остались какие?
Шатья-Вешана, да. Ну, они как бы разделяются на два класса, но вот первый класс — это те, которые уже, у них были какие-то там способности, а второй — это те, как бы, душ, которые получили от Бога какие-то там, ну, способности и полномочия. Не то чтобы способности, то есть они точно джива-татва, за некоторым исключением. Как, например, Капила, помнишь, Ришабха, да? Вот это. И остались Юга-аватары. Юга-аватар. Ну, наверное, это те воплощения, которые в каждую Югу приходят. Да, разных цветов. Да. Белые, красные, желтые, темные. Да. Окей. Так, ну что же у нас там дальше? Когда Кришна рождается, приходит в материальный мир, он претерпевает, он проявляет детские лилы, детские игры. Все они описаны в прекрасных повествованиях Шримад-Бхагаватам. Кешарашекора дарми враджендра нандан праката лила карибаре ябе кариман. Господь Кришна, сын Махараджи Нанды, по природе является олицетворением кишоры, юности. Он предпочитает являть свои игры именно в этом возрасте. То есть Бала Кришна, маленький Кришна, он, его еще называют Каумар. Это детский возраст, когда он ползает, когда он начинает только-только шалить, красть масло. Это Бала Кишор Кришна. Бала Кумар. Что это? Кумар. Вот. Затем Пауганда, он проходит через возраст Пауганда. Чуть-чуть старше. И затем, наконец, кишор. Кайшора — это цветущая юность. На самом деле, это еще как бы предвестие юности. Кришна, мы говорили вчера, 125 лет он здесь, в материальном мире. Он никогда не стареет, да? Никогда не растет борода, никогда не седеют волосы. Вот он всегда нава кишор, поэтому нава кишор. Нава йоуванам ча. Как там? Адвайтам ачютам анадим анантарупам адьям пурана пурушам навайованам ча. Пурана пурушам. Самая древняя личность, в то же время вечно юная. Кришна, он вместилище всех противоречий. Когда бы он не являл свои лилы, где бы он не являл свои лилы, у него есть этот дар агатана-гатана, сделать невозможное возможным. В то же время он вместилище всех возможных противоречий. Мы читаем с первой шлоки, она будет здесь цитироваться. Брахма Самхита, помните? Ишвара Парама Кришна Сачидананда Виграха. Анадир, Адир, Говинда, Сарва Карана Карана. Вот, Анадир и Адир. И изначальный, и безначальный. Вот, у нас не укладывается в голове. Как? Ну что, должно быть начало. Должно быть начало, но этого начала нет. То есть он анадир, он анади, он безначальный. В то же время он изначальный. С другой стороны, логично предположить, что изначальный должен быть безначальный. Это правильно. Но материалисты не могут признать. И всегда говорят, что должен быть какой-то творец, и делают глупый вывод, что природа развивалась сама благодаря взаимодействию химических элементов. Если кому-то холодно, можем совсем прикрыть. Смотрите. Вот. И также и здесь. Да, адвайтам, ачютам, анадим, анантарупам, адьям пурана пурушам, навайованам ча. Да, адьям пурана пурушам, то есть изначальная, самая древняя личность, пурана пуруша, в то же время навайована, то есть вечно юная. Навайована, Кришна навайована. Сейчас Махапрабху объясняет, кто Кришна такой, то есть кто он сам такой. Санатана Госвами, кто он? Виласам, Лабанга Манджари, Лабанга Манджари. Вечная спутница Шри Радики, Шримати Радики, слушает. Ваясо видхе... Да, это Бхактирасамрита Синду, есть стих. Ваясо вивидхатвепи сарвабхактирасайрай дарми кишора эватра нитья лила виласаван.
Верховный Господь вечно наслаждается. Он прибежище всех видов преданного служения, хотя его возраст меняется. Лучший из всех периодов его жизни тот, что называется Кишора, заря юности, предвестие юности. Когда Господь Кришна приходит в этот мир, он каждое мгновение вершит свои разнообразные лилы, начиная с убийства Путаны. Все эти игры вечны и разворачиваются одна за другой. Поэтому первая лила всегда убийство Путаны. Помните Путану? Она была Ракшаси. Она имела силу 10 тысяч слонов. И она была сподвижницей Камсы. Была такой мощной, что Камса решил заключить с ней перемирие. Что толку с ней сражаться? Уж лучше использовать на своей стороне. Кого олицетворяет Путана, помните? Путана Вад, убийство Путаны. Ложный гуру. Ложный гуру — это Путана. Пута означает, путра означает чистота. На означает нет. Та, у которой нет чистоты. Вот. Ложный гуру, помните? Вчера мы говорили, кто такой истинный гуру. Если кто-то помнит, кто-то был, кто-то толком не было в том виде. Вы помните? Ты помнишь? Тебя не было, никого не было. Хорошо. Подлинный гуру — это тот, кто обладает тремя качествами. Вы помните? Тасмат гурун прападета джигьясу шрея уттамам шабде парича нишнатам брамани упашам ашраям. В первую очередь он познал все веды Пурана Упанишады. Да. Он шабде познал трансцендентный звук. Он способен устранить все сомнения в сердце того, своих подопечных. Это внешняя характеристика. Затем вторая характеристика, она же внешняя. Это Шри Гуру, он отречен от этого мира. Он не испытывает никакого влечения к материальному. Ему не интересно ничто, что связывает его здесь. И самое главное, Сварупа Лакшина, то есть признак, внутренний признак гуру, который делает его гуру, это то, что он познал Кришну. Пареча Нишна там. Это означает, у него есть осознание. Если у гуру нет этих качеств, значит он асад-гуру, значит он путана-гуру. Путана, значит нет чистоты. Если одно из этих качеств отсутствует или присутствует не в полной мере, значит нет чистоты. Ученик должен быть очень осторожен, чтобы выбрать подлинного гуру. Вот. Поэтому, прежде всего, Кришна убил Путану. Все эти игры вечные разворачиваются одна за другой. Лила Кришны последовательно проявляются в каждой из бесчисленных вселенных. Вселенным нет числа. Но в любой момент времени какая-нибудь лила Господа протекает в той или иной вселенной. Эймата саба лила йена гангадхар се-се лила пракада акари браджандра кумар. Игры Господа подобны непрерывно текущим водам Ганги. Так сын Махараджа Нанды являет свои лилы. Крами балия пауганда кайшорита прапти раса ади лила кари кайшори нитья стхити. Господь Кришна сначала являет свои детские, потом отроческие игры, а затем вступает в пору ранней юности. Когда он достигает ранней юности, его тело перестает меняться. Стоясь вечно юным, он вершит такие лилы, как танец раса и другие. Вот. Здесь Прабхупад Бхактивиданта Свами Махарадж как раз цитирует этот стих из Брахма Самхиты. Адьям Пурана Пурушам Навайована. Он вечно юный, хотя он самая древняя личность. Нитья лила Кришна Расарва Шастре Кай Бхуджите на паре лила Кемана Нитья Ай. О вечных лилах Кришны рассказывается во всех богооткровенных писаниях. Однако человек не понимает, как эти игры могут продолжаться вечно. Трудно понять. Завершается в одной вселенной, начинается в другой. Вселенных бесчисленное множество. Вы когда-нибудь слышали, сколько вселенных? Говорится бесчисленно. Бесчисленно, однако ограничено. Потому что мы знаем, у песчинок на поверхности Земли, можете закрыть, если вам что-то дует или что. У песчинок на одном пляже даже. Казалось бы, нет. Сколько песчинок на одном пляже? Глупый вопрос. Сколько молекул воды во всех океанах? Бессмысленный вопрос. Однако мы знаем, число ограничено. Почему? Потому что есть начало и конец.
Есть начало, значит, есть и конец, потому что этот мир всегда ограничен, всегда начало и конец. Поэтому Санатана Госвами слышит от Махапрабху следующий пример. Триштанта дьяна хитабе лока явди джане Кришна лила нитья джотиш чакра прамани. Позволь привести пример, который поможет людям понять вечные игры Господа Кришны. Этот пример связан с зодиаком. Солнце день и ночь движется по зодиаку и один за другим пересекает океаны, расположенные между семью островами. Да, в пятой главе, в пятой песне Шримад Бхагаватам вы можете почитать главу, которая называется «Орбита Солнца». В школе нас учат, что Солнце неподвижно, а планеты вращаются вокруг него. Однако это не научный факт. Научный факт в том, что у Солнца есть орбита. И эта орбита идет вокруг горы Меру, которая является центром Вселенной. Поэтому день и ночь оно движется по зодиаку. Согласно ведическим астрономическим расчетам, в своем круговом движении Солнце в течение суток проходит 60 дант или 3600 пал. Восход Солнца продолжается 60 пал. 60 пал равны одной данте, а 8 дант составляют одну прахару. Сутки делятся на 8 прахар, 4 прахара составляют день, 4 прахары – ночь. Спустя 8 прахар Солнце восходит вновь. Подобно тому, как у Солнца есть орбита, у игр Кришны, которые разворачиваются одна за другой, тоже есть орбита. За время правления 14 ману эти игры проходят по своей орбите, сквозь все вселенные и потом возвращаются в прежние места. Так Кришна одну за другой проходит все вселенные со своими играми. Потрясающе! Как Солнце всходит и заходит в точно определенное время. Как океан, достигая суши, останавливается в точно определенном месте, не переливаясь. И, конечно, бывают катаклизмы, в результате которых может залить часть суши и так далее. Мы были свидетелями этого. Япония и все прочее. Вот. Но в целом оно не нарушается. Из-за грехов людей это может нарушаться. Вот таким же образом лила Кришна идут по точно заданному плану. И сам Кришна приходит и посылает свои лила-аватары в том числе, чтобы призвать те дживы, которые должны отправиться в эти обители согласно предрасположенностям своих сваруп. Кришна остается в каждой вселенной на протяжении 125 лет и наслаждается своими лилами во Вриндаване и Двараке. Мадхура филиал Двараки. Сейчас Санатана Госвами услышит градацию святых обителей Кришны тоже. И градацию обликов Кришны во Вриндаване, в Мадхуре, в Двараке. Круг его игр вращается подобно огненному колесу. Так Кришна одно за другой проявляет свои лилы в каждой вселенной. Явления Кришны, его детские, отроческие, юношеские игры, начиная с убийства Путана, кончая Маушала лилой, уничтожение династии Яду, все эти лилы одни за другой проходят в каждой вселенной. Мошала — это палец. Как было дело, как Кришна ушел, рассказано в первой песне Бхагаватам, Гурудев также, он, а также в 11-й песне Гурудев нам часто рассказывал об этом в последние годы. Кришна, он как фокусник. Что ему стоит ввести весь мир в иллюзию, внушив какое-то представление, например, о том, что он ушел. Он как бы был убит стрелой охотника, да, то есть стрелу. Охотник Джара нашел очень странный предмет в желудке рыбы, которую поймал. Был охотник и рыболов. Он поймал рыбу, огромную рыбину. И в ней был наконечник от стрелы. То есть в ней был этот металлический предмет, который наконечник от стрелы. Что же за металлический предмет? Мальчики в Двараке во главе с Самбой, да, они были родственниками Кришны, пришли к мудрецам, святым мудрецам, которые были во дворце собрания во главе с Дурвасой и другими, и спросили, Самбу переодели женщиной, и спросили, кто родится у этой женщины, мальчик или девочка? Мудрецы сперва не обратили никакого внимания.
шалости детей, но потом Дурваса, который самый жесткий всегда, Дурваса Риши очень известный этим, он сказал: родится не мальчик и не девочка, а родится палица, которая уничтожит вашу династию, весь ваш род будет уничтожен. Все очень испугались, вот, и действительно увидели, что палица появилась там. Взяли эту палицу, Шурасена повелел раскрошить эту палицу в порошок и развеять ее по океану. Так оно и произошло. Затем одна часть этой палицы никак ее невозможно было раскрошить, и она оказалась в океане. Ее проглотила вот эта рыбина, которую поймал охотник Джара, и из этой железяки, эту железяку он приспособил как наконечник для своей стрелы. И вот именно этой стрелой он выстрелил, он подумал, что это мордочка оленя, на самом деле это была пятка Кришны. Вот так Кришна все устроил. А пыль, которая распространилась по всему океану, ее прибило волнами к суше, и на суше она вошла в почву, и выросли в итоге очень острые стебли осоки. Вот. И когда члены династии Яду, так тоже устроил Кришна, напились вина, хмельного напитка, и Кришна и Баларам тоже там были, вот, и члены династии Яду, они напились этого рисового вина, да, какого-то, и взяли эти, вырвали эти стебли, длинные стебли осоки, и начали биться друг с другом и поубивали друг друга. Все огромные, тысячи, миллионы даже членов династии Яду. Кришна и Баларам пытались их остановить, но они набросились на них. И им пришлось броситься на утек. Такая была лива. Представляете? Так была уничтожена династия Яду, так Кришна ушел. Ну вот, это так, к слову. Но явление Кришны, его детские, отроческие, юношеские игры, начиная с убийства Путана, качая Моушала Лилой, то есть вот лила этой палицы, уничтожением Насти и Яду, все эти лилы одна за другой проходят в каждой вселенной. Поскольку все игры Кришны происходят постоянно, в любой момент времени каждая из них имеет место в той или иной вселенной. Поэтому эти лилы называются в Ведах и Пуранах вечными. Голока Гокула Дхама Вибу Кришна Сам Кришне Чая Брахмандагани Тахара Санкарам. Духовная обитель, известная под названием Голока, пастбище коров Сурабхи, изобильно и могущественно, как сам Кришна. По воле Кришны изначальные дхамы Галока и Гакула проявляются вместе с ним во всех вселенных. Мы слышим здесь несколько названий. Помните составляющие Галока Вриндавана? Четыре составляющие. Какие? Кто вспомнит? Ишвари, помнишь их? Галока, собственно. Где Кришна жил в конце? Дварака, да. Четыре составляющих. Вот. То есть мы слышим здесь Галока. Но что ж такое Гокула, которое тоже звучит? Гокула — это обитель Кришны в материальном мире. Она называется Гокула. Галока, духовная, но Гокула, где Кришна рождается в материальном мире, место называется Гокула Махаван. Вот. Атаева Голокастане Нитья Вихар Брахмандагани Краме Праткутьяттаха. Вечные игры Кришны непрерывно протекают на изначальной планете Голоки Вриндаване. Эти же самые игры последовательно проявляются в материальном мире, каждый, без исключения Брахманди. Враджа Кришна Сарвайшварья Пракаши Пурнатама Пуридхаме Паравьяме Пурнатара Пурна. Кришна совершенен в духовном небе на Вайкунхе, еще более он совершенен в Мадхуре и Двараке. Но самое полное совершенство Кришна проявляет во Вриндаване, во Врадже, где он предстает во всем своем великолепии. Хари Пурна Тама Пурна Тара Пурна Ити Тридха Шрешта Мадья Деби Шабди А Шрешта Мадья Деби Шабди Натея Пари Паштья Тета. Цитата будет.
из Бхактирасамрита Синдху. В драмах это называется совершенное, более совершенное, наиболее совершенное. Господь Кришна проявляет себя тремя способами. Как пурна, совершенный, полный, завершенный в себе. Пурнатара означает более совершенный, в высшей степени совершенный. Дверь закройте, там шум идет. Пожалуйста, дверь закройте. Дверь. Close the door. Yes. Так. Когда Верховный Господь не проявляет все свои трансцендентные качества, его называют совершенным, когда он еще не проявляет. Когда проявляются все качества, но не в полной мере, его называют более совершенным. Пурнатара. Когда же он проявляет все свои качества во всей их полноте, его называют пурнатама, наиболее совершенным. Таково заключение всех, кто сведущ в науке преданного служения. Итак, Дварака, Матхура и Вриндаван. На Вайкунтхе он совершенен, но он там четырех руки, как его зовут, Нараяна. Вот. Затем Матхура, Дварака, он более совершенен. И наиболее совершенен он во Вриндаване, во Врадже. Во всей полноте качества Кришны проявляются во Вриндаване. Просто полное и сравнительно более полное проявление его качества характерно для Двараки и Матхуры. Эй, Кришна, Браджа, Пурнатама, Бхагаван, Арасаба, Сварупа, Пурнатара, Пурнанам. Господь Кришна во Вриндаване — Верховная Божественная Личность. Не во всем своем совершенстве. Во всем, Боже мой, во Вриндаване, во всем своем совершенстве. Пурнатама. Все проявления Господа в других местах называются либо просто совершенными, либо сравнительно более совершенными. Это очень глубокая вещь. Почему? Потому что мы говорим «самый лучший», «самый совершенный». Но есть градация этого самого совершенного. То есть он может быть просто совершенным, но есть еще более совершенное проявление. Потому что согласно татве, есть два угла зрения. Татва-вичар и раса-вичар. Согласно татва-вичару, Кришна совершенен уже на Вайкунтхе. Гурудев шутил, он спрашивал аудиторию. Кто хочет пойти на Вайкунтху, поднимите руку. И никто не поднимал, разумеется. Потому что все знали, going beyond Вайкунтха. Задача состоит в том, чтобы пойти по ту сторону Вайкунтхи, за пределы Вайкунтхи. Поэтому Гурудев говорил, да, потому что мы хотим в Раджа-бхакти. Понимаете как? То есть, когда преданный только приходит к движению, в движение, да, он просто chant Hare Krishna and be happy на первых порах. Вот. Но тоже зависит от той Харикатхи, которую мы слушаем. Если мы слушаем в Раджа-лила-катху, то может проснуться жадность к этой в Раджа-лила-катхи. Поэтому это та искра, которая потом разрастется и перерастет в Рагануга-бхаджан. Спонтанное преданное служение, основанное на спонтанной любви. Так. Поэтому, что значит совершенство, но не полное? Это означает, что на Вайкунтхах нету спонтанной любви. Там Кришна четырех руки, Нараяна. Поэтому гопи не привлеклись Нараяной. Помните, мы рассказывали эту лилу? Они не привлеклись Нараяной, когда Кришна предстал как Нараяна в Пайте. В четверг мы рассказывали. Поэтому только когда Радика предстала перед ним, тогда он пайта, то есть втянул эти две дополнительные руки. Вот. Поэтому почему Кришна не полностью совершенен на Вайкунтхе? Потому что есть дополнительные руки, которые слегка портят, ой, простите, не портят, затмевают, слегка смешивают его красоту, его сладость, смешивают с Айшварией. Потому что нет четырехруких людей. Правильно? Поэтому лила на Вайкунтхе — это не Нарават лила, ни в коем случае. Это лила Айшвария лила. Она полна вот этой вот великолепия, этого могущества. Поэтому Давай мы тебе покажем. На землю прийти свой.
Так, запомни, да, запиши этот вопрос, в конце скажешь, хорошо, потому что мы сейчас не об этом говорим. Куда может, куда не может, мы говорим просто о принципах, да? Вот, значит, на Вайкунтхе Кришна совершенен. Его зовут там Нараяна. Вы помните, то есть есть различные виды аватар Господа. И Вайкунтха — это еще, то есть обитель разных аватаров. Там есть лила-аватары, такие как Нрисимхадев, очень-очень много. Нрисимхадев, Вараха, Вамана и так далее, очень много. Вот. И они отличны от Кришны по образу, по форме. Да? Почему? Потому что четырех руки. И потом тому, как в Двараке и в Мадхуре Кришна проявляет четырех руки облик, там они есть. Но Вайкунтха — это чистая-чистая дасия. Господи, Дварака и Мадхура имеют больше, Санкаршан. Нечто ближе. Мы говорили в день Раманавами, вот она, Рама, Лока, то бишь Айодхи, она выше, она чуть-чуть выше, она лучше из Вайкунтх. Она лучше из Вайкунтх. Но там все равно Айшвари. Там много Айшвари, конечно. Там много Айшвари. Потому что Галока — это уже прорыв. На Галоке Вриндаване Мадхури гораздо больше. Гурудев сравнивал это с унциями соли и сахара в стакане. Унция, вы не помните, сколько это там, типа 5 грамм, что-то такое, сколько унция? 8 грамм, сколько-то грамм. Вот, ну, скажем, грамма, ладно, там унция, бог с ними, грамм. Если на Вайкунтхе, допустим, сахара вообще нет в стакане, есть, допустим, одна унция соли. Унция — это много грамм, ладно. Реально, если один грамм, то это вообще ничего не значит. Вот. Сахара вообще нет. То есть Вайкунтха — это чистая дасия. Вайкунтха преобладает, на Вайкунтхе преобладает Айшварья полностью. Это сладость, конечно, своего рода. Но все равно это великолепие, могущество. Поэтому, когда Бриджабаси, помните эту историю, они увидели разные миры, вот, они увидели Вайкунтху, их она совершенно не привлекла. И Гопа Кумар тоже, вы помните, когда он путешествовал. На Вайкунтхе он хотел обнять Нараяну, но стража его остановила. Эй, как ты смеешь так фамильярно обращаться с нашим господином? Поэтому он вынужден был отойти. Ему было очень грустно, потому как я не могу обнять? Вот. Невозможно, потому что очень формальная любовь, основанная на благоговении и почтении. Вот. Поэтому Рама-лока или Айодхи, она лучше из Вайкунтх, и там, мы помним, проявляется 62,5 качества, а не 60. Поэтому Рама... К тому же его лила — это Нарават. Вот это очень большой шаг тоже в сторону Кришны. Потому что, помните, Рама, он предваряет Кришну. Рама лила — вступление и объяснение. Вступление в Кришна лилу и ее объяснение. Как хорошее предисловие книги. Так же, как Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, он написал Кришнабук, да? Книгу о Кришне. Источник вечного наслаждения. Сперва, когда он, перед тем, как описывать Раса лилу, он описал то, что Кришна — Верховная Божественная Личность. Поэтому Рама — это Верховный Господь, и это гораздо более ясно, потому что гораздо больше Айшвари. Вот. Хотя это уже нараватливо, это уже схоже с человеческим лилом. Так вот. Итак, я вкратце рассказал, продолжает Махапрабху, о трансцендентных формах, в которых проявляется Кришна. Эта тема настолько обширна, что даже Господь Ананта не способен изложить ее полностью, которая вот... Ананта Шеша, он постоянно прославляет своими тысячами-тысячами языков. Лила Кришна, он не способен прославить во всей полноте. Ананта сварупа Кришнера нахика ганана шакта чандра ниаякари дигадарашана. Трансцендентное проявление Кришны бесконечно. Никто не в силах сосчитать его облики. Все сказанное мной дает о них лишь частичное представление. Так показывают Гуну, ой, Луну, Боже мой, сквозь ветви дерева. Немножко перефотографированная копия. Буквы немножко плывут.
Ihai Shune Pade Sei Bhagavan Krishna Rasvarupa Tattvar Hai Kichu Gyan. Любой, кто слушает или пересказывает эти описания различных экспансий тела Кришны, без сомнения, очень удачлив. Хотя понять это весьма трудно. Такой человек сможет кое-что узнать об уникальном теле Кришны. Сам Кришна, Господь Чайтанья Махапрабху, повествует о том, каково его тело. Так завершается 20 глава, мы переходим на 21 главу. В конце каждой главы идет прославление Рупы Рагунатхи. Шри Рупа Рагуната Падая Рая Шчайтанья Чаритамрита Кая Кришна Дас. Молясь о лотосных стоп Шри Рупы Рагунатхи, уповая на их милости, следуя за ними, я, Кришна Дас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Так, 21 глава, которая называется Айшвария и Мадхурия, иначе говоря, могущество и сладость Господа Шри Кришны. Каждая глава начинается с эпиграфа, начинается с фразы, стиха, которая выражает всю суть этой главы и в которой содержится суть лила, которая проходит в этой главе. Агатьеха гатим натва хинартхадхика садакам шри чайтаньям лакам ясья мадхурья айшвария шикарам. Склоняясь перед Шри Чайтанья Махапрабху, я пытаюсь описать частицу его могущества и сладости, говорит Кавирадж Госвами. Он самое ценное, что может быть у падшей обусловленной души, лишенной духовного знания, и единственное прибежище для тех, кому неведома истинная цель жизни. Джай Джай Шри Чайтанья, Джай Нитьянанда, Джай Двайта Чандра, Джай Гаура Бхакта Вринда. Традиционно начинается каждый. Глава с прославлением Махапрабху и его спутников. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал. Все трансцендентные проявления Господа находятся в духовном небе. В той обители они повелевают духовными планетами. Но планеты этих, называемых Вайкунтхами, великое множество. Можно спросить, сколько? Но как можно сосчитать, если невозможно сосчитать материальные вселенные? Что и говорить, вселенные. Песчинки на одном пляже невозможно сосчитать. Говорится, что поперечник каждой планеты Вайкунтхи равен 100 йоджанам. Йоджана — 8 километров. Это ведическая единица измерения пространства. 100 йоджанам, помноженным на 1000, на 10 тысяч, на 100 тысяч и на 10 миллионов. Нет. Значит, 100 йоджан, 800 км, помножь на 1000, потом на 10 тысяч, потом на 100 тысяч, потом на 10 миллионов. Коти. 10 миллионов, по-моему. Иными словами, для нас ни одна из планет Вайкунтхи не поддается измерению. Просто. Ну, трудно сказать. Даже песчинки или крупицы пыли по количеству меньше, чем Вайкунтхи. Одна планета Вайкунтхи. Это поперечник каждой Вайкунтхи, сечение. Все планеты Вайкунтхи огромны, каждая сотворена из духовного блаженства. Все их жители — спутники Верховного Господа, в полной мере обладающие теми же богатствами, что и Он. Таковы планеты Вайкунтхи. Есть четыре вида освобождения, которым во всей полноте обладают жители Вайкунтхи. Салокья, Самипья, Сариште и Сарупья. Салокья — они живут на другой, на той же планете. Сарупья обладают тем же телом, тем же образом, четырехрукие. Самипья, по-моему, непосредственной близости. Сариште, я все время их путаю. Сариште и Самипья. То есть они обладают теми же богатствами и в непосредственной близости. Ананта Вайкунтха Эйка, Эйка Дешияр, Сей Паравьома Дхамер, Кей Карубат Вистар. Все эти планеты Вайкунтхи располагаются в одной части духовного неба. Кому под силу понять размеры духовного неба? Очертаниями духовное небо напоминает цветок лотоса. В верхней части этого цветка, в самом венчике, находится обитель Кришны. Кришна
в самом верху. Так. Так. Да, в центре находится обитель Кришны. А на лепестках духовного лотоса располагается множество планет Вайкунтха. Все планеты Вайкунтхи огромны и пронизаны духовным блаженством. На каждой такой планете есть все достояния, и на каждой живут воплощения Бога. Если даже Господь Брахма и Господь Шива не могут определить величину духовного неба и планет Вайкунтх, как же обычным живым существам представить их себе? Невозможно. Шримад Бхагаватам Господь Брахма молится: «О величайший из великих, о верховная личность Бога, о сверхдуша, повелитель всех мистических сил, твои игры проходят постоянно в этих мирах, но кто же может точно определить, где и когда, как и когда ты пользуешься своей духовной энергией, проводишь свои игры, никому не проникнуть в тайну этих деяний». Духовное качество Кришны также безграничны. Даже великий Господь Брахма, Шива, четыре кумара и многие другие, и те способны охватить умом духовное качество Господа, не способны. Это Айшвария. Айшвария означает величие. Никто не способен осознать величие Кришны с помощью несовершенных чувств. Даже у полубогов, таких как Господь Брахма, например, чувства несовершенны во всей полноте, потому что несмотря на то, что это аватара, все же житель материального мира, джива, шактявиша аватара. Может быть, великие ученые, говорится в Бхагаватам, это Брахма говорит, может, великие ученые когда-нибудь и сосчитают все атомы во Вселенной, все звезды, планеты в небесных, в небесах или все снежинки, но кто из них способен сосчитать безграничное духовное качество верховной личности Бога? Он не сходит на эту планету ради блага всех живых существ. Не говоря уж о Господе Брахме, даже Господь Ананта, у которого тысячи голов, никак не закончит перечислять духовные качества Господа, хотя непрерывно их воспевает. Но Брахма продолжает молиться. Правда, во второй песне он говорит Нараде: «Даже я, Брахма, и твои старшие братья, великие святые мудрецы, не знают до конца Верховного Господа, исполненного разнообразия энергии. Что же тогда говорить о других? Даже тысячеглавый Господь Шеша не может описать все деяния Бога, хотя непрерывно перечисляет его духовное качество». Что говорить об Ананта Деве? Сам Господь Кришна не может обнаружить предел своих духовных качеств. Воистину, Он сам всегда жаждет постичь их. Олицетворенные веды в конце 10-й песни предлагают Кришне молитвы. Вот одна из них, она здесь воспроизводится. «О Господь мой, ты бесконечен, даже богатство, правящее божества, правящее на высших планетах, включая самого Господа Брахму, не могут постичь тебя до конца. Ты и сам не в состоянии указать пределы своих духовных качеств. В сравнении с тобой, Вселенная, покрытая семи оболочками, подобно пылинками в небе, все они движутся послушно времени. Все, кто постиг суть вед, пытаются найти тебя, отрицая материальные элементы, и после таких долгих поисков они приходят к выводу, что в тебе заключены все совершенства. Таким образом, ты прибежище для всего сущего». Таково окончательное мнение всех знатоков вед. Это олицетворенные веды молятся. Какова Айшвария? Дальше Махапрабху говорит: «Но оставим в стороне все эти аргументы, логику, негативные, позитивные методы поиска истины. Когда Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, явил себя во Вриндаване, никто не мог найти пределов его энергии, пытаясь постичь его качества и деяния. Во Вриндаване Господь в одно мгновение сотворил все материальные и духовные планеты. Мало того, Он сотворил их вместе с правящими на них божествами. Нигде больше не услышите о таких чудесных деяниях. Когда человек просто слушает рассказы об этом, его сознание пробуждается, очищается». По словам Шукадева Госвами, Господу Кришну сопровождали бесчисленные телята и пастушки. Невозможно сказать точно, сколько их всех было. Тоже невозможно сказать.
Если невозможно сказать, сколько песчинок или кубометров воды, что и говорить о Вайкунхе, что и говорить о Галоке. Каждый из пастушков пас столько телят, сколько, что счет их шел на миллионы и триллионы. Коти, Арбуду, Шанку и Падму. Здесь по ведической математике в комментарии с вами Прабхупада идет. В ведической математике используется следующая система. Единицы, десятки, даши, сотни, шата, тысячи, сахасра, десятки тысяч, аюта, сотни тысяч, лакха. 10 лаков составляет ньюта. 10 ньют — это коти. 10 коти — это арбуда. 10 арбуд — вринда. 10 вринд — это кхарва. 10 кхарв — никарва. 10 никарв — шанка. 10 шанк — падма. 10 падм — сагар. 10 сагаров — это антия. 10 антиев — мадья. 10 мадьев — парадха. Парардха. Вот. Каждая единица в 10 раз больше предыдущей. Парардха – самое потрясающее число. С единицей в начале и массой нулей. Так вот, миллионы и триллионы. Телят у каждого мальчика-пастушка. Трудно вообразить. Столько мальчиков-пастушков. Каждый из них думал, что Кришна сидит только с ним. Каждая гопи думала, что только ее имя Кришна изрекает, играя на флейте. Можете себе представить, насколько это потрясающе, потрясающе. Айшвария, которая кроется в Мадхуре и Лиле, но которая плавает подобно волосинке или травинке в молоке. Волосинка плохо. Травинка, good morning, Сарада. Травинка в молоке. Она иногда всплывает, случайно травинка попала, и погружается на дно, потом в кипящее молоко. Таким же образом, эта Айшвария, Кришна, она иногда всплывает, но на самом деле она полностью, полностью во власти Мадхури. Мадхури ее затмила. Итак, у каждого из мальчиков-пастушков было бесчисленное количество телят. Точно так же невозможно было счесть их посохи, флейты, цветы лотоса, рожки, одежды и украшения. Никаких слов не хватит, чтобы описать их. Понимаете? А вы можете спросить, а как же гимны Вед? Мы говорим, Веды мы принимаем полностью. Бхагаватам мы принимаем полностью, потому что в Бхагаватам выражена абсолютная истина, правильно? Сатьям парам дхимахи джанма дьясе танвая датирдаш адвигья сварат тене брахма хридая адика ваямонти ацурая Шримад Бхагаватам. Там выражено все, досконально выражено все в точности. Все равно сказано, что невозможно. Значит, мы принимаем невозможно выразить во всей полноте. В концентрированной форме можно, это и есть Бхагавата. Но во всей полноте это может познать Махабхагавата Вайшнава в своем сердце, он может познать, кто такой Кришна. Вся его Мадхурия, вся его Айшвария. Взаимоотношения Мадхурии и Айшвария. Каким образом Айшвария присутствует в Мадхурии. Все это Махабхагавата Вайшнава лелеет в своем сердце. Понимаете? Айшвария, Мадхурия. Айшвария от слова Ишвара. Кришна — Верховный Господь. Мадхурия означает его сладость. Окей? Так вот, пока речь идет об Айшварии, которая содержится в этой Мадхуре, мы сейчас слушаем эти описания, мы просто мы потрясены, насколько велико могущество Кришны, насколько непостижимое его величие. Но это все кроется в его Мадхуре. Подобно травинке, которая бурлит в этом вздымается в этом бурлящем молоке. Затем мальчики-пастушки обернулись четырехрукими нараянами, правящими божествами планет Вайкунх, и брахмы из всех вселенных начали возносить молитвы своим повелителям. Как это было, вы помните, Брахма Вимохана Лила. То есть Лила, когда Брахма был повержен в замешательство. Брахма решил проверить, действительно, проверить, кто этот Кришна. Он был ввержен в такую иллюзию. Все бриджбаси, они постоянно думают о Кришне, воспевают его имя.
Почему они все время его так превозносят? Это же простой мальчик. Ну-ка попробую я Кришну, его мальчиков, пастушков и телят спрятать в пещеру и завалить камнями, чтобы их не было. Посмотрим, как они себя поведут, подумал Брахма. Так он и сделал. Поэтому он взял их и поместил в пещеру. Завалил валунами. Ну вот интересно. Когда Брахма спустя мгновение вернулся со своей обители, он вернулся и посмотреть, как дела с мальчиками и пастушками. Он увидел, что они как ни в чем не бывало играют. Как ни в чем не бывало они играют. Брахма был в полном изумлении. Он отправился к той пещере, в которую он их поместил, и увидел их лежащими там, спящими в йогическом сне, погруженными в мистический сон. Брахма, он тер глаза, все свои 8 глаз, он не мог понять, что происходит. Почему часть мальчиков-пастушков здесь, то есть один комплект, скажем так, мальчиков-пастушков здесь, а другой комплект завален камнями в этой пещере. Что произошло? Шрила Гурудев, обсуждая эту лилу, он задал риторический вопрос преданным на одной утренней прогулке. Сколько было все-таки комплектов мальчиков-пастушков? 3. Было 3 группы мальчиков-пастушков и телят, которых Кришна спрятал, то есть Брахма спрятал. То есть именно те, кого Брахма спрятал, это майка, то есть они иллюзорные. Специально были созданы йога-майи для этого, чтобы Брахма мог их украсть. Иначе бы Брахма не мог к ним прикоснуться просто. Так же, как Равана не мог прикоснуться к Сите. Равана не мог прикоснуться к Сите. Поэтому Равана смог ее украсть, потому что она была майка, она была иллюзорной. Вот. И таким же образом Брахма он мог украсть мальчиков-пастушков телят, потому что они были иллюзорными. Но подлинные они где были? Они просто были на лужайке, они играли. Действительно играли. Потом Брахма, когда мы уже упомянули 2 комплекта, 2 группы этих мальчиков-пастушков телят. Но какая же третья? Когда Брахма начал тереть свои 8 глаз, он увидел, что да, это Вишну. Образы Вишну, 4 руки формы Вишну. И вот это 3-е проявление. То есть первое — это те, кто играли действительно, они остались. Они как бы были на заднем плане, невидимые. Они стали невидимыми благодаря действию йога майя. Они стали невидимыми. Другая группа, другой, как называется, комплект, он был в пещере. Это майка, мальчики-пастушки телят. Теперь третий — это Вишну, образы Вишну. Вот. Зачем это было сделано, вы помните? Затем, чтобы все гопи в Раджа ощутили особую любовь к Кришне. Во-первых, старшие гопи, они лелеяли желание, чтобы Кришна был их сыном. Поэтому что сделал Кришна? Он вошел в их мальчиков-пастушков, в их детей, сыновей. И также вошел в телят. Вот, поэтому гопи, старшие гопи, они испытывали очень особое влечение к тем мальчикам-пастушкам, в которые Кришна вошел, то есть которыми он стал. И даже несмотря на то, что у них уже появились в следующем году новые дети, и новый ребенок — это всегда предмет особой любви каждой матери. Тем не менее, этих старших, на год старших, они любили больше, чем своих младенцев, которые только что родились. Вот. Они хлелеяли, облизывали и целовали, да, буквально. Вот также облизывали своих телят эти коровы, хотя у них были новые телята уже к тому времени. Они телятся быстро. И они этих более этих старших телят они любили больше, чем новорожденных. Вот. Вы помните эпизод, как коровы паслись на вершине горы, по-моему, Говардан, да? А внизу были их телята. Пастухи охраняли стадо, но увидев этих телят, которые были на самом деле Кришны, они устремились, побежав со скоростью ветра с горы. И камни, огромные валуны покатились с этой горы, когда они увидели своих телят, которые были уже годовалыми. И они стали их в безумии облизывать, целовать.
Это Кришна. Вот. Итак, мальчики-пастушки обернулись четырехрукими нараянами, правящими божествами планет Вайкунтх. Это демонстрация Айшварии Кришны. Брахмы из всех вселенных начали возносить молитвы своим повелителям. Все они духовные, все эти духовные тела изошли из тела Кришны, и уже через мгновение все они входили обратно в его тело. Вот что было. Но первое, что Гурудев говорил, когда он давал посвящение, Кришна очень могущественный. За одно мгновение он может создать миллионы вселенных. За одно мгновение миллионы вселенных. В следующее мгновение он может их уничтожить и создать новые. Но проблем. Что-то создать, уничтожить, не пройдет и время, нужное для этого щелчка. Все будет как вспышка молнии. Когда Господь Брахма, Творец нашей Вселенной, стал свидетелем этой лилы, все мысли у него спутались, продолжает Махапрабху. И он застыл в изумлении. То есть он две головы смотрели туда, две туда. Застыл в изумлении. Затем он вознес молитвы, а в конце сделал такой вывод. Екае Кришнера вайба муни саба джанон сей джану какая мане муни эй манон. Брахма сказал: если кто-то заявляет, что знает все о могуществе Господа Кришны, честь и хвала ему. Что же касается меня, то я сам телом и умом понял вот что. Мой Господь, Твое могущество подобно безбрежному океану нектара. Я не способен ни описать словами, ни охватить умом даже каплю из этого океана. Находятся люди, которые говорят: «Я знаю о Кришне все». Пусть они думают, как им угодно. Что касается меня, я не намерен много рассуждать об этом, о мой Господь. Я скажу лишь одно. Моего ума, тела и речи недостаточно, чтобы постичь Твое могущество. Даже Брахма сдается. Это Шакти Тавеш Аватар. Запиши. Брахма сдался. Да, он не смог постичь. Не смог постичь. Кришна Рамахимараху Кепатара Гьята Вриндавана Станер Дека Ашчарья Вибхута. Да хранится в веках слава Господа Кришны, продолжает Брахма. Кто может постичь все его достояния? Его обитель Вриндаван исполнено множество удивительных образов. Постарайся же увидеть их во всем их многообразии. А, это уже Санатана Госвами, значит, Махапрабху продолжает. Завершая тему о Брахме, я хочу сказать, что затем Брахма, он вознес молитвы, 40 молитв. И Кришна, вы помните, ваш Гурудев давал целый семинар по этим молитвам Брахмы. Кришна, он стоял совершенно индифферентно, то есть он не показывал, принимает он эти молитвы, не принимает, слышит он их, не слышит. Он стоял в левой руке, игнорирует. Он стоял в левой руке, он зажал смесь слова риса и йогурта. Слышит он, не слышит, было непонятно. Брахма вознес свои 40 молитв и ушел ни с чем. А Индра, когда он возносил свои молитвы после того, как он совершил оскорбление, и потом, когда он залил врач потоками дождя, и он возносил свои молитвы, вот, во-первых, их было меньше молитв, где-то порядка 15, Кришна быстро его простил. Почему? Потому что он принял прибежище чистое и преданное, корова Сурабхи. Он пришел в сопровождение Сурабхи к Кришне. Вот, потом они его, помните, короновали Говиндой, как Говинда, и совершили его абишеку, и эта вода сейчас известна как Говинда Кунда, возле Говардана. Все святые воды всего мира в Говинда Кунде. Вот. Но Брахма, он просто был изумлен, но он не принял прибежище никакого преданного, чтобы понять эту лилу, поэтому он так и не понял, на самом деле. В этой главе Кавирадж Госвами рассказывает еще одну лилу, где Брахма слегка позорился. Мадхавачарья, основатель, то есть Ачарья Сампрадая, собственно, который мы частично, скажем так, принадлежим, Брахма Мадхава Гаудия Сампрадая, название нашей Сампрадаи, он умышленно не комментировал вот эту главу с Брахмой Вимохана Лилой, где Брахма был введен в заблуждение. Потому что Ачарья Сампрадая был введен в заблуждение. Он просто пропустил эту главу и не оставил ни слова в комментарии. Мадхавачарья.
Однако наши Джива Госвами и другие ачарьи, даже Шридар с вами, они комментировали эту главу. В священных писаниях Махапрабху продолжает. Говорится, что Вриндаван по протяженности не превышает 16 крош, 51 километра. Это тот, который проявлен на нашей планете. И тем не менее, все планеты Вайкунхи и бесчисленные вселенные умещаются в одном из уголков этого пространства. Ну вот это величие Дхама Татвы. Что такое священная Дхама? Мы приезжаем во Вриндаван по туристской визе. Мы видим разные проявления Майи там. Вот. Майя Деви там присутствует. Вот. Для того, чтобы сбить с толку туристов. Чтобы они сказали свое фе и уехали дальше. Чтобы им не понравились свиньи на улицах и все прочее. Обезьяны. Вот. Но на самом деле в этом пространстве содержатся, находятся все Вайкунхи. Они там пребывают вечно. Все планеты. Все духовные планеты. Одна крупица земли Вриндавана — несравненное количество чинтамани, драгоценных камней. Однажды на парикраме с Гурудамом был один богатый человек из Дели, по-моему. Все индийцы религиозные, ну, естественным образом, благочестивые. Он захотел участвовать в парикраме, но он сказал: «О, тут грязь». Он указал Груда, тут так грязно, хорошо бы, если бы тут было чисто. Груда сказал: так, стоп, все остановились. Сказал: мы, говорит, не пойдем, пока ты не выпьешь отсюда, из этой канавы. Да, и преданный этот, начинающий преданный, выпил. И выжил, чтобы доставить радость Грудеву. Так парикрама продолжилась успешно. Вот. Меня одна преданная... начинающая спросила. В одной харикатхе есть воспоминания о Гурудеве, когда в Матхуре он одного брахмачари за то, что он что-то плохо сделал, побил палкой. Гурудев часто дрался вообще. Потому что полицейский, знаете, с палкой умеет обращаться, особенно с этой, умеет обращаться, да? Вот. И он этого брахмачари палкой он так конопатил, несмотря, куда он бьет, не смотрел, куда он бьет, куда придется удар, он просто не смотрел. Вот. И потом этот преданный, спустя там, полдня, он опять пришел принимать просад, видит этот брахмачарь, он жмется в углу, не показывается Гурудеву. Гурудев увидел, что он жмется, взял туфель и запустил в него. Вот так вот. Вот. Откуда проявление этого гнева? Почему Кришна в лице гуру, да, в виде гуру, может проявлять такой гнев? Нам вспоминается лила Господа Нитьянанды, мы его упоминали вчера. Да, Господь, чуть ближе, что прошу, проходи. Еще ближе. Вот. Господь Нитьянанда вместе с другими паломниками из Навадвипа ходил эти 500 километров до Джаганатхапури каждый год. 4 месяца Чатурмаси они там проводили. Проходила Радхаятра. Они были с Махапрабху, получая даршан каждый день. Нитьянанда был в этой группе. Шачимата тоже была. И организатором вот этих передвижений, организатором ночлегов и всего остального был Шивананда Сена, знаменитый отец знаменитого Кави Карнапура. Да? Шивананда Сена однажды получил особую милость Господа Нитьянанды. Они как-то раз остановились на ночлег. Вот. А Шивананда Сена всегда заходил вперед и договаривался с жителями деревни, чтобы предоставить ночлег для всех паломников и приготовить просад. Вот. Но в тот раз не было все организовано. Как-то так вышло, что они запоздали и не смогли все приготовить. Нитьянанда Прабу не просто разгневался, он рассвирепел. Он сказал: я, говорит, проклинаю всю твою семью, твоя жена и все дети умрут, от них ничего не останется. Жена с плачем пришла к Шивананде и сказала: такое случилось, Нитьянанда проклял нас. Тогда Шивананда очень обрадовался, он сказал: наконец-то мы получили милость Господа Нитьянанды. Пусть все мы умрем, не страшно, зато он дал нам свою милость. Тогда Нитьянанда пнул его прямым ударом ноги прямо в грудь. Великое оскорбление. Я помню эту картину, да?
те времена художники рисовали очень быстро, когда первая Чаритамрита выпускалась. За 3 месяца что-то 17 книг было напечатано. Это был рекордный по тем временам марафон. И быстро-быстро они рисовали. Эта нога была прямо как по линейке. Прямая нога Господа Нитьянанды была. Прямым ударом, прямой наводкой, прямо в грудь. Там в голову, нет, в грудь все-таки, я читал, в грудь. Шивананда Сене. И он восклицал, он танцевал, он кричал, наконец-то я получил всю милость Нитьянанды, наконец-то я получил все. Почему? Гурудев тоже проявлял эти лилы, вот, гнева, да, потому что это великая милость, потому что Нитьянанда изначальный гуру. И какую бы милость ни дал вайшнав, пусть это благословение или наказание, наказание, оно тоже благословение, причем более эффективное в нашем случае, потому что дури много в голове у каждого. Поэтому дурь нужно что делать? Вытряхивать, выбивать, как половик. Знаете, выбивалка. Вот так же и гуру. У него есть эта трансцендентная выбивалка, палка-выбивалка. Палка-дурь-выбивалка. Вот. Поэтому он бьет. И очень хорошо, даже что он не видит, куда бьет. Вот. Поэтому великая милость. Еще одну историю я слышал про Гурудева. Был один киртания, известный довольно, он и сейчас известный. Вот, в Матхуре. И однажды он пел арати. Пел арати. А комната Гурудева уже была наверху. И Гурудев спустился вниз, он не мог слышать, как кто-то поет. Просто. Потому что, ну, что-то было не так. Гурудеву не понравилось то настроение, в котором он был, понимаете, когда пел. И он при всех подбежал к нему, прямой наводкой ему, разбил ему нос в кровь. «Ты что, думаешь, что ты киртания?» Вот. Вопрос, как понимать? Нитьянанда Прабху и так далее. Вот, поэтому это милость вайшнава, милость вайшнава. Вот. Тут напрашивается еще одна история. Еще одна история. Гаруда — заклятый враг змей. И однажды он прилетел к тому месту, где сидел Калия. Помните? Он прилетал к тому месту, где сидел Калия. Вот он сидел там и, попросту говоря, мутил воду. Так что вся вода стала ядовитой. Каждая птица, которая пролетала над Калия Дахой, падала замертво. Вот. Но Гаруда туда прилетал, вот, и ему давали, чтобы он не просто не ломил, не ловил змей вот так вот спонтанно, ему давали этих змей на регулярной основе, то есть своих сородичей, они просто ему выделяли каждую единицу времени, когда он прилетал, чтобы он их уже готовых потреблял, как сказать, потому что это его пища. Вот. А Кали не нравилось, что Гаруда прилетает, поэтому он их сам поедал. Собственно, змей он все ест. Своих же, собственно, ест. Змей, змеиед был Кали. Вот. Гаруда рассвирепел, и он вступил в поединок с Кали, и он огрел его как следует своим крылом. И так, такую оплеуху, мощную оплеуху получил Кали. Вот. Это одна из причин, по которым Кали не был убит Кришной. А он был изгнан из Враджа на свою родину, остров Раманадвип, в наше время называемый Фиджи. Поэтому до сих пор в тех краях культ змей очень развит на Фиджи, в Австралии и так далее. Вот, мы это рассказываем. Ага, так вот поэтому гнев вайшнава, что говорит Гурудев, гнев вайшнава, он даже более эффективен, чем его благословение. И гнев, и милость, как сказать, похвала хороши, но наш Гурудев тоже говорил нам «very good», он говорил «молодец», хорошо, иногда ставил в пример и так далее. Но это очень трудно вынести тоже. Наказание вынести легче. Когда тебя наказывает вайшнав, о, это очень-очень хорошая возможность идти вперед. Ты действительно знаешь, что ты, собственно, ничего особенного собой не представляешь. Вот. В материальном мире каждый думает, что он кто-то. Я кто-то. Но когда у тебя благодаря милости вайшнава капитально падает рейтинг, вот это очень хорошо. Это означает, ты знаешь, кто ты такой. Один преданный
Бхактивиданте с вами Прабхупаде сказал: «Прабхупад, I'm most, most fallen». Вот и Прабхупад, я самый, самый падший, самый падший. Прабхупад сказал: «You're not most anything, you're just insignificant». Ты никакой не самый, ничего. Ты просто незначительный. Просто незначительный. Ты никакой не самый-самый. Даже не самый падший. Преданный, желая выражать смирение, да, он иногда поет арию: «Я самый падший, самый-самый падший». Вот, на самом деле говорит: «Shut up, ты просто незначительный, все. Ничего особенного собой не представляешь. И успокойся, да. Продолжай служение». Вот, поэтому очень хорошо наказание вайшнавов. Так вот, Брахма был наказан таким образом Кришной, как непослушный мальчик. Потому что детей как лучше все наказывать? Сарада, Лалита, вы знаете. Игнорировать — самое жесткое наказание. Не обращать внимания. Это хуже, чем поставить в угол или дать оплеуху, или нашлепать. Вот. Игнорировать. Поэтому Кришна проигнорировал Брахму. И он просто-просто был в отчаянии. Но так или иначе, он извлек хороший урок. Так вот, так, проверим, как там у нас камера, все нормально. Так, хорошо. Так, нормально. Рибол. Так вот. Столько Вайкунтх занимает огромное-огромное пространство, однако все они умещаются в одной пылинке Враджа, в одном уголке Вриндавана они умещаются, в одной Враджа, в уголке Враджа. Вот. Поэтому вот здесь на схеме, да, и те, кто нас смотрит, вы тоже можете посмотреть. Голока на самом деле, она огромна. Она огромна. Вот. Из нее все исходит. Вайкунтхи, все исходят из нее. То есть, если взять, они как на периферии Голоки Вриндавана. Но если взять материальное, то есть проявление Вриндавана в материальном мире, это Гокула, то в одном лишь уголке находятся все Вайкунтхи. Никто не в силах охватить умом могущество Кришны, продолжает Махапрабху. Оно безгранично, однако подобно тому, как указывают на ветви дерева, за которыми можно увидеть луну, я хочу, чтобы у тебя сложилось о нем какое-то представление. Есть такая логика: луна на ветке. Луна светит сквозь ветвь дерева, да, в полнолуние можно видеть. И мы говорим: о, луна на ветке. На самом деле луна миллионы километров отсюда, а ветка всего лишь несколько метров, однако так можно сказать. Вот. Поэтому игры Кришны, они предстают перед нами, они описаны, но понять, как они происходят, невозможно. Так же, как невозможно понять луну и ветку, как она находится на этой ветке, то есть за веткой. Но казалось бы, что она на ветке. Потом мама говорит ребенку: смотри, луна на ветке. Когда Шри Чайтанья Махапрабху описывал трансцендентное могущество Кришны, весь океан этого могущества проявился в его уме. Ум и чувства Махапрабху погрузились в этот океан, и Господь смутился. Шри Чайтанья Махапрабху сам произнес следующий стих из Шримад Бхагаватам, и чтобы насладиться его смыслом, сам начал объяснять его. Этот стих, который в третьей песне Шримад Бхагаватам. Своям твасам ятишая стридхиша сварадья лакшми апта самастакама балим харадбишчита локапалай кирита кортидита пада питха. Верховная личность Кришна повелевает тремя мирами и тремя главными полубогами Брахмой, Вишну и Шивой. Нет никого равного ему или более великого, чем он. Все его желания исполняют его духовная энергия, называемая Свараджья Лакшми. Миллионы правителей различных планет поклоняются ему и с молитвами приносят ему дары, касаясь своими шлемами его лотосных стоп. Кришна — верховная личность Бога, продолжает Махапрабху, поэтому он величайший из всех. Никто не равен ему, и нет никого превыше его.
Кришна Говинда, Верховный Ишвара Парама Кришна Сачидананда Виграха Анадирадир Говинда Сарвакарана Каранам, цитируется из Брахма Самхиты, первый стих. Кришна Говинда, Верховный Повелитель, его тело духовно вечно исполнено блаженства. Он источник всего сущего, но у него самого нет источника, ибо он причина всех причин. Источник, но его, у него источника нет, он безначален. Господь Брахма, Господь Шива, Господь Вишну — главные управляющие божества материального мира. Но и они лишь исполняют волю Господа Кришны, своего Господина и Повелителя. Поэтому тот же Брахма в другом месте Бхагаватам говорит: «Повинуясь воле Верховной Личности Бога, я творю материальную вселенную, а Господь Шива разрушает ее. Сам же он в образе Кширадакашая Вишну поддерживает всю деятельность материальной природы, поэтому Верховным Повелителем трех гун материальной природы является Господь Вишну». Это всего лишь самое общее описание. Теперь постарайся понять, о Санатана, еще одно значение слова «триадиша». Изначальной причиной материального мира является три воплощения Вишну, относящиеся к категории Пуруши. Кто, Ананта? Три Вишну. Какие они? Гарбода Кашая. Нет, первое — это не Гарбода Кашая. Махавишну или Каранада Кашая Вишну. Да. Второй — Гарбода Кашая, Гарбода Кашая или Падманабха его зовут. И третий Кшира. Кшира Кашая. Кхира означает молоко. Кхирада Кашая, значит, тот, кто в океане молока возлежит. Махавишну Падманаба Кхирада Касвами Эйти Настула Сукшма Сарва Антарьями. Махавишну Падманаба и Кхирада Кашая Вишну — это сфера в душах всех тонких и грубых сфер бытия. Падманаба означает, у него вырастает лотос из пупка в Гарбода Кашая, в каждой вселенной он. Окей, Сударя, читал это, да? Да? Ну вот, значит, еще раз. Эта шлока, вот, которая была последняя, она, собственно, отсюда. То есть Махапрабху говорит. Тут сам Махапрабху все говорит. 21 глава. Матья-лила. Вот. Значит, еще раз давайте посмотрим. Все-таки зрители тоже. Вот это Махавишну, вот. Из его пор выходит вся вселенная, понимаешь? В том числе наша. Затем вот Гарбода Кашая Вишну или Падманабха. То есть его, из его лотосного пупка вырастает лотос, на котором рождается Брахма. И он видит только тьму. И потом он начинает медитировать. И он слышит мелодию флейты Кришны, которая, вообще говоря, клинг, но проявляется у него в сознании как тапа. И он начинает тапасью, то есть начинает творение. И вот это Кширада Кашая Вишну, который возлежит в молочном океане, который проникает в каждый атом Вселенной, как параматма вездесущая, всепроникающий аспект. Так вот. И хотя Махавишну, Падманабха и Кширада Кашая Вишну, прибежище и повелители всего мироздания, они не более чем полное проявление или части полных проявлений Кришны. Стало быть, Кришна — изначальная личность Бога. Ясяйка нишвасита кала матавалямбья дживанти лома виладжа джагаданданата Вишнур махан са иха ясья кала вишешо говиндамади пурушам тамахам баджами. Брахма и другие повелители материальных миров появляются из пор на коже Махавишну и живут лишь на протяжении одного его выдоха. Я поклоняюсь изначальному Господу Говинде, частью полной экспансии которого является Махавишну. Это промежуточное значение. Теперь послушай, пожалуйста, говорит Махапрабху о сокровенном значении. Господь Кришна обитает в трех местах, о которых хорошо известно из Бога откровенных писаний. Вот это слово, как он проявляется трояко, как три Вишну. А теперь внутреннее значение. Эти три места проявления Кришны, его собственная сокровенная обитель Голока Вриндавана, его промежуточное царство, то есть Вайкунтха, духовное небо, и его внешняя энергия, материальный мир. Поэтому Кришна вездесущ. В этих трех местах он проявляется. Личный обитель Господа называется Голока Вриндавана. Именно там живут близкие друзья, слуги, отец и мать Кришны.
Вриндаван — это сокровищница милости Кришны и сладчайших достояний супружеской любви. Именно там духовная энергия, принимая на себя обязанности служанки, устраивает танец раса, самую совершенную из всех игр. Что же это за духовная энергия? Йога Майя, Пурнамаси. Она устраивает танец расу на Голоке Вриндаване. Благодаря милосердию Верховного Господа, говорится в стихе, тоже цитата. Вриндавана Дхама очень нежна, и любовь возлюбленных, царящая там, придает особое великолепие этой обители. Вриндавана Дхама овеяна трансцендентной славой сына Махараджи Нанды, поэтому там даже тень тревоги не касается нас. Ниже планеты Вриндавана находится духовное царство, называемое Вишнулокой. Вишнулока состоит из многочисленных планет Вайкунтх, которыми управляют Нараяна и другие бесчисленные экспансии Кришны. Помните, первичная экспансия где? Мадхура Дварака, четверичная экспансия. Затем на Голоке, вторичная экспансия, четверичная экспансия, там же Нараяна. Духовное царство, полное шести достояний, представляет собой промежуточную обитель Господа Кришны, Вайкунтха. Именно там бесконечная форма Кришны наслаждается своими играми. То есть наслаждение — это смысл жизни, правильно, в духовном мире. Вот. Здесь тень этого наслаждения очень как призрачная, безликая тень наслаждения. На самом деле, что здесь есть? Это просто действие раджа-гуны, которое вступает в ход из действия Махамайи, божественной энергии, которая вводит в заблуждение всех живых существ материального мира. Вот. Дальше говорится. Махапрабху продолжает. Бесчисленные планеты Вайкунтха, наделенные шести достоями, можно сравнить с различными комнатами некой сокровищницы. Все эти бесчисленные планеты населены вечными спутниками Господа, каждый из которых также обладает шестью достояниями. Шестью достояниями что такое? Бхагаван, Кришна. Почему шестью? Помните, какие шесть? Помните шесть, нет? Шесть достояний. Шесть достояний. Какое из них самое главное? Кришна. Да. Кришна. У меня есть хорошая таблица. У меня есть хорошая таблица, конечно. Шесть достояний. Ну ладно, сегодня у нас день без таблиц. Может, это так Господь специально сделал, чтобы я забыл в своей комнате. Мне лень сейчас идти за ней. В общем, главное, можете составить таблицу, да? Главное достоинство Кришны — это его шри, это его красота. Самое главное — это сварупа лакшана, его внутренняя характеристика. Вот. Потом его айшварья, его могущество, его яша, то есть его слава, это достояние. Хари Кришна, новый шри, новый человек. Ки Джай, как вас зовут? Проходите сюда, садитесь. Твой друг? Мой брат. А, твой брат, вау, очень хорошо. Мы уже завершаем лекцию, к сожалению, скоро, так или иначе. Итак, да, первая категория — это шри, то есть это красота. Это самое главное, что есть у Кришны. И затем, как проявление этой шри, этой красоты, выступает его айшварья, то есть его могущество, его яша, то есть его слава, джаша. Вот. Это самое главное. Затем знание и отречение. Они присутствуют как просто сияние его качеств. То есть это присутствует как подобно Брахмаджьоти, подобно вот этому сиянию, которое исходит из высшей планеты Кришны. Таким же образом гьяна и вайрагья, знание и отречение,
Просто, просто сияние, которое исходит от его шри, от его красоты, других качеств. А, и гьяна, гьяна и вайрагья. В том, что он ни к чему не привязан. Кришна ни к чему не привязан. Да. Атмарам аптакам всегда. Сам черпает наслаждение сам в себе. И да, потому что все это он. Вот. Но это в общем смысле. Это в общем смысле. То есть его, это только лишь его элемент его айшвари. Это его отречение и так далее. Я все-таки хочу показать вам эту таблицу. Короче, так. Смотри. Знаешь мою тетрадь синюю, нет? Пружинистую. Где мои книги стоят. Ничего не знаешь. Знаешь? Давай, включи свет. Да. О, возьми-ка ты, эй. Ананта, садись. Да, она знает, садись. Стоит в стопке книг, да. Да-да-да. Я вам хочу показать таблицу все-таки. Голока намни ниджедамни тале чатасья Деви Махеша Харидам Сутешу Тешу Тете Прабхава Начая Видаташча Йена Говинда Мади Пурушам Тамахам Баджани. Ниже планеты, называемой Галока Вриндаваны, расположены планеты, известные под именем Деви Дхама, Махеша Дхама, Харидхама. У каждой из них есть свое сокровище, свои сокровища. Всеми ими управляет Верховная Личность Бога Говинда, изначальный Господь, я в почтении склоняюсь перед ним. Так вот, шесть достояний. Хочу вам показать. Вот. Шри, Айшвария, Вирия и Яша. Три проявления красоты. Шри, красота, дальше идут Айшвария, то бишь богатство, Вирия, то бишь могущество, и Яша, то бишь слава. Они получаются производные красоты. Да. Вирия. И вот это, да, вот это Яши, Яша, то есть славы, сияние, сияние, это гьяна и вайрагья. То есть от Шри, правильно, от Шри я сказал, но Яша, вот через славу идет гьяна и вайрагья. Вирия выше, значит. Да, да, да. Гьяна и вайрагья — это только вот это вот анги, вот это вот анги, то есть изначальный шри, значит анги, то есть это изначальный лим, изначальный, как сказать, член тела, изначальный ствол. То есть это шесть достояний Кришны, таблица. Да, шри или красота самое главное. От шри исходят три. Богатство, могущество, слава. То есть Айшвария, Вирия, Яша. И вот, собственно, сиянием Яши, то есть его славы, являются гьяна и вайрагья, знание и отречение. Так вот, все эти шесть достояний в полной мере представлены Вайкунтхе. Почему мы сейчас об этом говорим? В полной мере они представлены Вайкунтхе. Вишну Пурана. Это в Джайва Дарме все описано очень красиво. Да? Вот. Каждый из них есть, да, вот ниже планеты, которая именуется Девидхама, Махештхама и Харидхама в Брахма Самхите. Девидхама, там где Деви, то есть Кали, затем Махеш, это планета Господа Шивы, Махештхама, Харидхама. Между духовным и материальным миром протекает река Вираджа. Воды этой реки образуются из пота Верховного Господа, который называют также Ведантой. Ведангой. Ведангой. Так возникает этот поток. Ведантой. Ведангой. То есть Вираджа — это река, которая разделяет духовный и материальный мир. Вот эта схема ведической космологии. Вот это духовный мир, это материальный мир ниже. Вот это вот проявление, черное проявление. И река, которая разделяет два мира, именуется Вираджа. Ох, река Вира... так, река Вираджа, она есть там. Выше Кайласа или ниже? Чтобы точно вам сказать, дальше сияние представлено.
Есть. Вот река Вираджа, океан Карана, река Вираджа, вот причинный океан. Выше река Вираджа. В общем, над причинным океаном, вот ответ точный. Причинный океан Карана, океан Карана, из которого Вселенная образуется, дальше идет Вираджа, она граница, обрамление этого океана. Тасья паре правьома трипадбутам санатанам амритам шашватам нитям анантам парамам падам. За рекой Вираджей находится духовное царство, неразрушимое, вечное, неисчерпаемое и безграничное. Это высший обитель, в которой проявлены три четверти богатств Господа. Она называется Паравьомой, духовным небом. Брахма-самхита. На другом берегу реки Вираджи находится внешняя обитель Господа, материальный мир. Она состоит из бесчисленных вселенных, одна из которых наша, в каждой из которых бесчисленное разнообразие условий обитания. 14 планетных систем. Наша планета относится к восьмому типу. Бурлока называется. То есть тут не слишком райское место, не слишком адское, так посередине. Но мы говорили на наших водных лекциях, я специально для Николая говорю, что эта планета — стартовая площадка в духовный мир конкретно. То есть отсюда можно отправиться в духовный мир согласно своему духовному потенциалу. Царство внешней энергии называется Дэвидхамой и населяет его обусловленные души. Здесь обитает материальная энергия — Дурга со своими многочисленными, могущественными служанками. Таков материальный мир. Кришна — верховный повелитель всех трех царств — Галокадхамы, Вайкунтхадхамы, Дэвидхамы. Паравьёма и Галокадхамы расположены выше Дэвидхамы, материального мира. Но еще раз я хочу вернуться к схеме. Вот у нас Паравьёма, то есть духовное небо, над которой высшая планета Кришны Галока Вриндавана, планеты Вайкунтха. Вай значит бес, и кунтха значит страдание, без страданий. Духовные планеты, где все шесть достояний Господа, которые мы сейчас рассмотрели, присутствуют в полной мере. Ниже обитель Господа Шивы, Кайлас. И Брахмаджоти, сияние Брахмана. Затем река Вираджа, это граница материального мира, и океан Карана, который по ту сторону. Океан Карана — причинный океан. Почему причины? Потому что начинаются причины и следствия. В этом материальном мире причины и следствия следуют друг за другом. Потому что если кто-то кого-то зачал, значит кто-то родился. Вот так оно и начинается. Начиная с Брахмы. Он вырос на лотосе, будь родился, первое живое существо. И пошло дальше от Брахмы через Ману, через Праджапати, через все-все. Родились. Вот. Очень интересно, я сам родом из Литвы. Праджа значит начало по-литовски. Прадпати значит сама. Праджапати — само начало. Вот. Так вот они плодятся и размножаются, потому что Господь сказал. Вот так материальный мир он и крутится. Все это ниже реки Вираджа. Дэвид Хама называется. Обитель Майи. Майя или она же Кали. В Индии есть храмы Кали. Это богиня, у которой много рук, много видов оружия. Она восседает на льве, да, тигре. Тигре. Вот. И высунутый язык. Она пожирает демонов. Вот. И она кровожадная тоже. Но в то же время она та же самая Сварупа Шакти, божественная энергия, которую мы знаем как Шримати Радика в духовном мире, или же Лакшми на Вайкунтхах. Она же здесь как Деви Дурга. Здесь очень красивый комментарий Шрила с вами Мараджа Прабхупады. Я хочу чуть-чуть почитать для особенно наших гостей. Поскольку обусловленная душа. Обусловленная. Что такое обусловленная? Вот здесь живут обусловленные души. Вот там, в духовном мире, живут освобожденные души. Они даже знать не знают, что есть такой материальный мир, и что там кто-то страдает. Вот. Но обусловленные души хотят наслаждаться материальной энергией, что в принципе невозможно сделать. Поэтому, ну, самоубийцы. Ну, так уж у них все поставлено. Что мы, как сказать, только вредим себе, но так как
Во власть этой иллюзии, у которой Ишвари сейчас скажет, какие два свойства? Обволакивающая и затягивающая. Аваранатмика и пракшипатмика по-нашему. Аваранатмика и пракшипатмика. Вот. Богиня Дурга исполняет все приказы Верховного Господа, как его служанка. Здесь она, Майя Деви. Если кто-то хочет наслаждаться здесь, Кришна говорит Майе, накрой его. Оп, затяни его. Вот и все. Это Майя Деви делает. Послушная служанка. Материальную энергию называют Джагат Лакшми, так как она защищает заблудшие обусловленные души. Поэтому к Деви, к Дурге на поклонение идут заблудшие обусловленные души. А это что значит? Они хотят наслаждаться. Поэтому, о, Деви, пожалуйста, дай мне наслаждаться лучше в этом мире. Хорошо, дорогой. Ты глупый, но я тебе дам, если ты хочешь. Ты мне что-то там принес, там козла мне принес, порезал. Предложил, я тебе дам много денег. Так все происходит, да? Они, почему они растят козлов в индийских деревнях, как вы думаете? Деви предлагать, да? Чтобы больше денег было, да? Вот они не просто там их режут и продают, и ничего не делают. Они их предлагают богине Дурге. И получают, то есть хорошо живут потом. Вот, потому что она выполняет их желание. На то она и есть, чтобы выполнять материальные желания джив, заблудших. Знаете? Поэтому богиню Дурга называют матерью материального мира, а ее супруга Господа Шиву отцом. Богиня Дурга носит такое имя, потому что материальный мир подобен огромной крепости. Дурга значит крепость. Где она надзирает за обусловленными душами, помещенными в эту крепость. Чтобы получить материальное благо, обусловленные души стараются доставить удовольствие богине Дурге, и мать Дурга обеспечивает их всем необходимым. Помните, на индийских машинах иногда написано «Джай Мата Ди». «Джай Мата Ди». Да, слава матушке нашей Дурге. Вот. Вот. Поэтому мать Дурга обеспечивает всех, всем необходимым. Кто обеспечивает всем необходимым? Матушка, конечно. Ребенка обеспечит всем необходимым. Поэтому глупый ребенок материального мира, который затянут действиями энергии, материальной энергии, он поклоняется, собственно, ей, чтобы получить еще лучше себя, удовольствие, больше. Вот. Эти блага соблазняют обусловленных душ, и они не хотят покидать царство внешней энергии. Поэтому они постоянно строят планы на мирную, счастливую жизнь здесь. Таков материальный мир. Вот. Но мы преданные, мы не должны строить планов на мирную, счастливую жизнь. Понимаете, что? Потому что... А? Привычки просто отказываются. Ну, нормально, но это окей. Хорошо, что мы признаем. Теперь пришло время слушать Сиддханту, правильно, понимаете? Чего вы думаете, вас всех на программу-то затаскивают, чтобы это слушать? Чтобы Сиддханта, понимаете, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами сказал, в той же Чайтанья Чаритамрите, Сиддханта более Чайтанья Каролас. Вот. Не ленись, слушай Сиддханту. Тогда твой ум станет Судридаманас, очень твердым, понимаешь? А когда ум твердый, ты не пойдешь жертвой майи. Не пойдешь в какую-нибудь материалистическую религию вместо имперсонализма, не соскользнешь. Ты будешь бхактой, сильным, понимаете? Почему у вас всех там муштрую? Дети, учите шлоки, понимаете? И так далее. Потому что иначе соскользнешь в майю. Да. Но Гурудев дал эти шлоки нам специально. Это ж не просто так там, как это... Абрам родил Исаака без понимания, понимаете? Да, очень серьезно. Шлоки, значит, тексты из священных писаний. Вот так мы будем знать, что, кто такой Кришна. Мы сейчас Кришна-татву изучаем. Кто такая Майя, как она действует. Вот как она действует. Непокорных джив она обволакивает, затягивает. И чуть что-то отвернулся, как досадока, понимаете? Чуть что отвернулся, чуть не туда посмотрел, а тут как тут. Да? Ты меня звал? Вот я. Понимаете? На курортах в Египте и так далее люди плавают, иногда нападают на них акулы, да? Иногда даже в Джаганатхапуре, ловцов жемчуга, они атакуют. Вот. Поэтому майя, она как акула. Ты с ней начнешь заигрывать, кончиками пальцев она отхватит всю руку. Так все действует. Майя, значит, иллюзия. Ма, значит, нет, а я, значит, это, не это. То, чего нет. Вот так действует материальная иллюзия. Майя разграничивается на две категории – йога-майя и маха-майя. Йога-майя, она царствует в духовном мире, и она вводит в замешательство порой, даже самого Кришну.
Потому что благодаря действию именно йога майя, Кришна забывает, что он сам Бог. Кришна в определенных обителях он знает, что он Бог, а в определенных обителях не знает. Так вот, врач — это высшие обители Кришны, где он даже не знает, что он сам Бог. Вот. Вот. Поэтому, еще раз, в материальном мире это Деви Дхама. То есть Деви, она та же майя, только она Махамайя. Махамайя. Так, Коля, я хочу повторить еще раз. Материальный мир — грубое подобие духовного мира. И если в духовном мире вечно освобожденные души, в материальном мире обусловлены. Обусловлены чем? Действием Махамайи. То есть йога майя или духовная энергия действует в духовном мире, и она все устраивает для их взаимоотношений с Кришной. И если, допустим, даже они забывают, что Кришна — это Бог, то это ее действие. И сам Кришна тоже забывает, что он Бог, Вавраджа. Это тоже ее действие. Но мы здесь тоже забываем, что Кришна — это Бог, только в более трагическом смысле. Вот. Поэтому наш Гурудев сказал, с вами Махарадж Прабхупада, он сказал вам, что Кришна — это Верховная Божественная Личность. Но я пришел, чтобы вы забыли, что Кришна — это Верховная Божественная Личность. Вот что значит «забыли»? Чтобы стали садана сидха. Да? То есть сперва достигли бхавы, то есть это сварупа сидхи, осознали свое духовное тело. И тогда уже забыли о том, что Кришна — Верховная Личность Бога. Только когда нужно проповедовать, тогда такой бхакта вспоминает. Так не вспоминает, а такую роль принимает Мадья Мадикари. Вот, и он видит, он говорит другим, что Кришна — это Верховная Божественная Личность. На самом деле он с ним в любовных взаимоотношениях. Для него это прекрасный юноша, который играет на флейте, который так прекрасно играет на одет. И тело его изогнуто в трех местах, трибанга лалит. Вот, и он забывает себя и забывает о том, что Кришна — Бог. То есть он не знает уже о том, что говорит. Вот что сказал нам Гурудев. То есть с вами Махарадж Прабхупада дал вам самбанду, абидею, сколько-то. Я вам дам прайоджану. Понимаете? Самбанда, взаимоотношения, прайоджана — высшая цель. Но методы бхакти, садана — это посередине. Называется абидея. Вот. Итак, я думаю, у нас еще несколько минут. Так вот. Ой, я куда-то назад отпрыгнул сейчас. Хорошо, я думаю, давайте оставим время для вопросов, потому что у нас так, где-то 8:30 мы хотим уже провести арати. Сейчас мы довольно много сегодня прочитали, очень хорошо. Вот. И в следующий раз мы завершим эту главу, 21, я думаю, если успеем. Так мы уверенно продвигаемся по Санатана Шикша, и мы почти завершили всю часть татвы, то есть философских истин, и затем мы приступим уже к расе, то есть сладостных взаимоотношениях с Кришной, как их объясняет Махапрабху Санатани Госвами. Вот, мы слушали Аджива Татве сперва, кто такая Аджива, то есть душа, и сейчас мы слушаем Кришна Татву, кто такой Кришна и как он проявляется в различных обителях. В конце я упомянул эти три принципа, о которых спросил Санатана Госвами в самом начале. Вот. Это Шри Чайтанья, вот он. Знаете, кто такой, Коля, нет? Это Господь Чайтанья, Коля. Сегодня очень благоприятный день у вас в жизни, потому что вы узнаете, кто такой Господь Чайтанья. Это первое узнает каждый новый гость. Да? Как же ж вам Дева Прастха не объяснил, кто такой Чайтанья? Ну хорошо, вот это Господь Чайтанья, он же Кришна, да? Но это особый облик Кришны. Он приходит вслед за Кришной спустя 4500 лет. Сейчас 527 лет назад он пришел как Кришна, но в роли преданного, чтобы все во всем мире начали воспевать святое имя Хари Кришна Махамантру 3-4. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Вот его основные спутники здесь. Называется Панча Татва, то есть Господь Кришна в пяти проявлениях. Господь Чайтанья в пяти ипостасях. Вот. И мы сейчас что слушаем? Наставление Шри Чайтаньи.
его близкому слуге Санатане Госвами. Санатана слушал очень долго Махапрабху, Шри Чайтанью, и тот ему объяснил все сперва. Ну, что, те три вопроса, которые задал Санатана, я сейчас хотел к этому вернуться. Помнишь, Галя, три вопроса, какие задал Санатана? Первый какой? Кто я? Почему я страдаю в этом мире? Да? Какова Ананта? Второй вопрос. Высшая цель. И третий вопрос. Как ее достичь? Это самое главное. В любом деле, если мы за что-то беремся, допустим, учиться там на кого-то и так далее. Наша цель — стать там специалистом, да? Значит, мы должны учиться, пройдя через весь процесс. Вот так же Санатана Госвами спросил, как бы, играя роль обычного садака, да, обычного преданного, он задал этот вопрос, и Махапрабху Шри Чайтанья, он объяснил ему все поэтапно. Вот мы сейчас на какой-то стадии этого объяснения находимся. Да. Санатана Госвами слышит от Махапрабху, кто такой Кришна. Вот, потому что наша цель — это любовь к Кришне. Теперь сейчас, чтобы узнать, как любить, нужно сперва узнать объект, кого любить. Вот. А затем уже как любить — это садхана бхакти, это предписанные обязанности. Так? Окей, у вас были вопросы, у Сарады был вопрос вначале, так? Кто там, откуда, куда-то? Хорошо, надо добавить потом. Да. Там Сарада хотела... Про Вайкунтхи спросить. Вот есть, если джива Вайкунтхи падает или приходит по каким-то причинам. Куда падает? Никогда не падает. Никогда и не приходит по каким-то причинам. На Вайкунтхи есть одна книга, очень красиво написал, кто же, один преданный. На Вайкунтхи даже листья не падают. И не может прийти по каким-то причинам тоже материальный мир. С Вайкунтхи может явиться только инкарнация, лила аватара. Все. Джай и виджай — это джива, которая, то есть это стражи Вайкунтхи, которые были прокляты четырьмя кумарами, стать демонами в материальном мире. И они пришли в материальный мир целых три раза. Сперва как Хираньякашипу, Хираньякша, потом как Брама Лиля, как Равана Кумбхакарна, и затем как Шишупала Дандавакра в Кришна Лиле, потом ушли. И потом экстра четвертый раз, как Джагай и Мадхай пришли в Чайтанья Лилу. Это особый случай, исключение из правил. Но правило такое, что никто, никакая джива из материального мира сюда не приходит, должна знать очень четко. А? Угу. Еще такая информация есть, что они не оставили свое служение. То есть они как жители Вайкунтхи имеют... Джай-виджай? Ну, вообще любая джива, как и вот наш Гурудев и все. Да. Мы же поем в пятом куплете «Никун же юн ратики». То есть он постоянно служит. И также и Джай Виджай. Они не оставили служение, а выпустили сюда свои экспансии. В шестом, да. И Шримад Бхагаватам, седьмая песня даже, «Любите». Бхагавад пишет в комментариях, что, конечно же, свой кунг. В духовном мире никто не падает. Это прям черно падает. Да, то есть это правда. Когда, даже когда Шри Гуру приходит сюда, если он нитя сида, он вечно служит в лилах Рады и Кришны. Так или иначе. В этом смысл его медитации на Аштакале Лилу. Он служит там. Здесь он присутствует, как Прабху сказал, в своей экспансии. Как. Вот и все. Поэтому мы видим его как пожилого джентльмена из Индии, с голубыми глазами и так далее. Вот, на самом деле, он оттуда. Также Джай и Виджай тоже пришли. Окей. Нужно четко знать. Потому что есть ложная теория, что кто-то падает в свой кунг, что мы упали в свой кунг. Это ложная теория. А? А если маленький ребенок ничего не знает о том, о чем мы сейчас, что мы сейчас изучаем, удивляется, что у него не четыре руки, а две. Это по какой причине? Ананта, ты удивляешься, что у тебя две руки? Не важно. Если ребенок не знает ничего, то какие вещи у него появляются? А почему так можно? Может, не может, у нее было четыре лапы, точный вопрос. Хороший ответ. Может, у нее было четыре лапы, точно. Может, он был медвежонок раньше. Я думала, что есть ответ на этот вопрос. На этот вопрос есть ответ. Да, более... Да? Есть? Во-первых, вы точно знаете, что он именно это имеет в виду. То есть вопрос еще раз повторить. Сколько лет ребенка?
что ребенок удивляется, почему у него не четыре руки, а две. Откуда у него вообще эта информация пришла в голову? Вот. Удивительно. Так как, ну, почему же это удивительно? Он пришел, чья душа старше, этого ребенка или ваша? Значит, процесс реинкарнации шел. В прошлых жизнях что с ним было, откуда он может знать? И вы можете откуда это знать? Шрила Прабхупада говорил, когда возникают такие вопросы, лучше на них не зацикливаться, потому что даже Кришна не берется разобрать хитросплетение майи, как и каким образом мы сюда пришли. Ничего, Кришна Гуалдити берется, он говорит, что я знаю все упражнения, Арджуна, а ты ничего не знаешь. Он говорит, что ты ничего не знаешь, он говорит, правильно, даже Арджуна он говорит. Ну как, не, ну как он Арджуне все это может объяснить? Он будет за жизнью жизнь. Арджуна может воспринять только 100 жизней. Больше он не сможет воспринять, мозгов нет. Окей, значит, мы говорим... Продолжайте ответ на вопрос. Поэтому я и говорю, что если у него возник такой вопрос, вы на него конкретно, на него есть ответ. Но вы конкретно на него ответить не сможете. Потому что вы не сможете пройти туда по его жизням и понять, почему это происходит. В Гите Кришна говорит Арджуне: Арджуна, зачем тебе все это детальное знание? Одной лишь, как это, частицей своего могущества я пронизываю всем этим. И все. Зачем тебе эти, понимаете, копаться в этих деталях? Основные я могу тебе сказать. Ну, познавать. Вот, Сарда, вот ты машину водишь, да, теоретически? Нет, нет, не водишь. Ну, неважно, кто-то водит из вас, в общем. Вот, да. Зачем знать, как, что там, как, чего, винтики все эти работают, знаешь? Я говорю, одно дело, если узкий специалист, работаешь в автосервисе, окей. А зачем вот все эти вот, ребенок подумал. Ну, и Христос с ним, с ребенком. Идем дальше, понимаешь? Вот, что, да, нам зацикливаться на этих мелочах. Что-то подумал. Может быть, да. У него было что-то связано с четырьмя руками. Увидел книгу. Да, увидел книгу, да. Может быть, он поклонялся на Райане или был четырехлапым медведем. Да, то есть. Есть такое, как бы, фраза такая, афоризм, что один ребенок может задать столько вопросов, что и тысячу мудрецов нет. Кто сказал? Чанакья пандит? Да, Чанакья. Был великий... Эй, Сарада. Был великий мудрец. Говорят вам, мудрец великий был, понятно, да? Чанакья пандит звали. Вот Чанакья пандит, он сказал... Упоманию Прабу вспомнил, что один ребенок может задать столько вопросов, что даже сколько? Тысячи мудрецов. Мудрецов. Так он же из прошлых жизней, понимаете, он попадает в какую-то определенную среду. У него может возникнуть этот вопрос. Я, например, в детстве спрашивал себя, почему вот это вдруг мой папа, почему вот она моя мама, с чего это они мои папа и мама. И я не мог понять, почему у меня возник этот вопрос. Но явно, что сейчас я понимаю, что в прошлых жизнях у меня были другие папы и другие мамы. Ну давайте по теме, извините, просто. Окей, да, сори. Что-то, ага, Нанда Гопи хотела задать. По одному банальному вопросу я слышала, многие задавали, но он совершенно глупый. Все-таки в голове не укладывается, если мы никогда не были в таком намере. Где мы были все это время? Вечность, и мы вечны. Вот эти два фактора совершенно не было. Мы были в непроявленном состоянии. Потом, посредством действия Татаста Шахти, мы изошли из тела Махавишну, как оплодотворяющий агент, его взгляд, это оплодотворяющим агентом является Дживы, которые входят в его взгляд, мощь, да, мощь. Я это все понимаю, но все равно это все равно в неправильном состоянии. То есть как камни, как минерал, который ничего не чувствует? Глубокий сон. Вот человек спит, да. Вот сегодня я слышал, как перед вашим приходом прям Валабаджи тут храпел в алтарной. Называется глубокий сон. Пустота, ничего не помню. Не слышал, что храпел. Одного товарища мы в Тиварипуре были, когда мы будили. Вот это была классическая история. То есть мы, с одной стороны, был гонг, и с другой джаджи. И был максимум громкости, понимаете? Такой максимум громкости. Но он, я клянусь, ничего не слышал. Просто ничего не слышал.
Но когда мы его тронули, тогда он отреагировал. Понимаете, как? А в такое состояние попасть еще раз можно? Ну, теоретически. Но мы впадаем в такое состояние. Все время мы впадаем. Если даже человек заснул так, что с одной стороны гонг, с другой стороны джаджи не разбудили, то что говорить об этом состоянии как литургического сна, в котором ты забываешь все между двумя как это, этапами творения, последующими этапами, между двумя циклами творения. Поэтому этот сон очень глубокий. Это неправильное состояние. Ты вот, например, бывает в теле Махавишну? Да, в теле Махавишну. То есть, по сути дела, мы были удовлетворены в какой-то степени, да? Тем состоянием? Нет, это просто было... Это было просто как подлинный глубокий сон. Когда глубоко спишь, ты ничего не знаешь. Ни просто снов, ничего не знаешь. Ничего не снов, не видишь, пустота. Удовлетворяет, не удовлетворяет. Ну, вы слушаете или кого? Самих себя или что? В Джайвадхарме, в 16 главе, это все объясняется очень красиво. Читал. Все, все. 10 раз. Вот эта глава критическая. То есть она бьет нас по смирению. Очень хорошо. В 16 главе Джайвадхармы говорится о том, каким образом джива попала сюда. Вот. То есть живая душа попала сюда. Но это самая критическая тема. Опять в конце каждой лекции это сводится вот сюда. Потому что мы, слушая всю эту философию, не можем, смириться с тем, что мы тут страдаем. Вот. Поэтому в каждой аудитории какой-то кулак тянется к небу, я тебе покажу, ты меня засадил сюда. Вот. Поэтому что нам делать? Бхакти совершать. Единственное. Потому что это лила. То есть там, что говорит Бабаджи Враджанату? Он говорит, что это тоже лила Бхагавана. Мы должны принять наше положение сейчас как положение участника лилы Бхагавана. Бхагаван захотел, чтобы обусловленные дживы, проходя через материальный мир, пошли к нему в духовный. Все. Это его sweet will. Period. Это его сладостная воля. Точка. Все. Быть не должен. Подожди. Подожди, Сарада. Вот. Быть иначе не может. Потому что это его сладостная воля. Наша воля может стать сладостной только в том случае, если она станет совпадать с его волей. Запишите. Важно. Можно ли это сказать как девизом «принимай все, что с тобой происходит»? Нет. Принимай все то, что благоприятно для служения Кришне. И отвергай все то, что неблагоприятно. Но да, но ты Таттено Кампам, ты учила шлоку, нет? Ну вот, Таттено Кампам Сусамикшамана. Вот это вот именно та шлока, одна из четырех первых, где говорится, что тот, кто, это Брахма молится, после того, как он был обманут Кришной, он произнес эту формулу, оценивая себя, собственно, критически. Он сказал, тот, кто, принимая все те страдания, которые выпадают на мою долю, как результат моих же собственных поступков, продолжая служить Кришне непоколебимо телом, умом и речью, действительно является подлинным кандидатом достичь освобождения, значит, бхакти. Вот и все. Поэтому наше положение очень маленькое. Тунгавиди, я хочу что-то добавить. Извиняюсь сейчас. Просто вот к этому существует такая теория у некоторых людей, что мы попали сюда, страдаем здесь, потому что мы попали сюда из зависти к Кришне, страдаем здесь, потому что причина нашей зависти — это демонизм по отношению к Кришне. Вот выразите свое мнение по этому поводу. Ну, во-первых, они приводят единственные аргументы, которые они приводят, по сути, если говорить об аргументах. Выдержки из писем Шрила Прабхупады Бхактивинанта с вами и разговоров. Когда его спрашивали, его молодые ученики, Прабхупада, действительно ли мы были с Кришной, он сказал «да». Но были с Кришной в момент проявления из тела Махавишну через посредство Татаста Шакти. Вот. Мы были вблизи к нему, так же, как говорится, отец, то есть ребенок был близок к отцу в момент зачатия. В момент зачатия ребенку
показывают его будущих родителей, он видит их со стороны, как бы. Вот. Он будет, он знает, что он будет в этой семье и так далее. Это о нас самих. Вот. То есть это очень серьезный удар. 16 глава, что я хочу сказать. Серьезный удар по нашему смирению. Мы должны, то есть удар по нам, чтобы у нас выработалось смирение. Не удар по смирению, это неправильно. Это удар по нашему ложному эго, вот как правильно сказать. Удар по нашему ложному эго, серьезно. Вот, который дает Вайшнав, Бабаджи Махарадж, он дает. Шрила Бхактивинода Тхакур, он медитирует на это. И Враджанат, он задает вот все эти вопросы Враджанатха, они вопрос бунтующей души. Почему Кришна создал такой болезненный путь? Он же знает, что дживы страдают. Неужели он не мог придумать что-то менее больное, вот, менее, как сказать, доставляющее меньшую боль? Вот, он же Кришна, он же Всевышний. Почему он так придумал? Знаете? А никто не знает. Знают. Трансценденталисты знают. Говорится, чтобы понять джива-татву... Ну, вы же сказали, что палка наказания – это лучше. Ай, Вайшнав, да. Но там также описано, как... Там описано, как действует майя. Майя, она подобна молотам трех видов, да? Майя – иллюзия. Она бьет тремя молотками. Сатва, раджас, тамас, то есть благость, страсть, невежество. Три гуны природы или модуса связывают все живые существа здесь. Благость, страсть, невежество. Что бы мы ни рассматривали в этом мире, это одно из трех или комбинация. Благость, страсть, невежество. Вот. И поэтому все дживы связаны здесь. Но дживы — это как золото. Вот. Как сказал один поэт, богатство — штамп на золотом, а золотое — мы сами. Поэтому эти штампы, вот этих вот гун, они стоят на нас постоянно. Сатва, раджас, тамас, сатва, раджас, тамас, джин, джин, джин. Чеканка происходит, ковка и чеканка. Поэтому дживы закаляются. И, как это называется, чеканятся. И поэтому проба. Все повышается, повышается, начинается золото, высшие пробы. Окей, это уже квалификация для того, чтобы стать бхактой преданным. И можем ли мы допустить, что демоны, раз мы попали сюда из зависти, и раз мы все страдаем в материальном мире, значит, мы все демоны. Просто я слышала такую теорию, и что страдания, значит, это справедливо. Ну что в этом нет такого? Красивая теория. Но красивая не значит правдивая. Вот. То есть логичная теория. Знаете, как теория? Строят люди теорию. Красивая, логичная, правдивая. Эта теория существует среди преданных. Ну, правильно. Вот. Но преданные могут быть в Анугате, может, могут не быть. Одну секунду. Значит, что я хочу сказать? Насчет страдания и насчет демонизма. Значит, здесь две стороны вопроса. Одна — это страдание, другая — это демонизм. Вот. Что мы страдаем здесь, потому что заслужили, и что мы демоны, потому что отвернулись от Кришны. Правда, мы отвернулись от Кришны. From time immemorial, то есть с незапамятных времен. Апарийо смритихи. Вот. Но это отворачивание случилось не когда мы были в духовном мире, в котором мы никогда не были. Пардон. Потому что оттуда тогда бы просто две шлоки из Бхагавад-гиты просто перечеркнуть, выбросить. Вопрос, зачем вы завидовали? И откуда зависть? Зависти не было. Зависти не было. Был спонтанно брошенный взгляд. Тема зависти. Тема зависти есть, и она правомерна. И зависть существует в материальном мире. Потому что зависть, она проявляется в материальном мире. Это зависть. Но зависть — это влияние гун, куда душа попала. Но причина, по которой сюда душа попала, это не зависть. Изначально зависти не было? Нет, неправильно. Изначальной зависти не было. Был просто брошенный взгляд. И этот взгляд был брошен самопроизвольно. Он был брошен случайно. Самохраш, можно вопрос? Одну секунду. Я хочу просто закончить. Это что касается страданий. Теперь, что касается вторая часть вопроса. Демонизм. Касается, да, демонизма. Значит, демонизм — это тоже проявление качества гуна невежества. Он проявляется здесь. Мы изначально слуги Кришны. Дживарасвара Пахой, Кришнер Нитьядас. Вот. Но так как по этой несчастной случайности мы повернулись лицом к майе,
И она нас, Аваранатмика Пракшипатмика, засосала, покрыв засосала, притянула к себе. Вот мы, собственно, и завидуем. И вот мы, собственно, и являемся демонами временно, скажем так. Почему? Потому что демон тут и хочет наслаждаться материальной природой. То есть тем, чему ему не принадлежит. Короче, вор. Вот. Сумасшедший. Вот. Но причина, в тему там была еще реплика, значит, мы просто следуем хронологии, да? Значит, Рада Роман хотел спросить. Просто я слышал, что в Шримад-Бхагаватам есть шлока, который говорит, что зависть — это причина, по которой мы остаемся в материальном мире. Да. И вот я просто, ну, до сих пор я набыл этот вопрос, как это, ну, примирить. Что действительно причина, по которой мы сюда пришли, это не зависть, но причина, по которой мы здесь остаемся, это зависть. Ну, правильно, здесь, зависть существует здесь, потому что гуны покрывают нас, но в Джайва-дарме в 16 главе говорится, что джива в момент своего проявления, когда она проявилась в материальном мире, она не была завистливой, она была просто лишена чит-балы, то есть духовной силы. А отсутствие духовной силы — это не зависть, это просто слабость. По своему положению джива, когда она из татаски выходит, она является слабой, просто слабость, понимаете? Ни демонизм, ни зависть, ни какая-то злостность там и так далее. Они должны представить, нет, не абсурдность, они должны представить доказательства ачарьев и шастр, что душа в духовном мире жила и стала завидовать Кришне. Вот этому они должны представить, они не могут представить. Говорят, что в книгах Прабхупады, книгах это Прабхупады написано в комментариях, везде Прабхупада, что пишет, что это причина, да, нашего падения. Но они много говорят, они тоже много, они говорят, что Прабхупада никогда Гуру Деву не говорил быть его представителем и помогать его ученикам. Они много чего говорят. 300 писем его куда-то потеряли. 300 писем куда-то вдруг потерялись, да. Ну да, это момент проповеди, Прабхупада говорит, ну почему ради чего-то. То есть, понимаете, что есть искусство проповеди. Я хочу сказать общую вещь, отсюда и будет следующее. Я хочу сказать одну вещь. Нет, следующее будет Нандагопи, потом Судеви, я помню. Но сейчас хочу сказать одну вещь. Значит, есть искусство проповеди. Есть искусство проповеди, так же, как учительское искусство. Да, вот учитель, да? Он знает много трюков. Как заставить детей слушать? Как заинтересовать? Я вот лектор, да, ну я читаю лекции, да, даю. Вот я знаю, как примерно, то есть я учился у других, как сделать, чтобы народ не уснул. Как только кто-то начинает это самое, я рассказываю смешную историю, понимаете, или мы поем киртан, или что-то делаем. То же самое проповедник. Как донести, вот, задача каждого педагога, да, как донести. Поэтому Прабхупада знал, да, как донести, понимаете. Да, время, место, обстоятельства. Мы были с Кришной? Были, ребята. Только повторяйте Хари Кришну. Мы были, но как были, не сказал. Но это правда, были же. Да. Мы всегда с ним находимся. Ну просто как он не сказал, но только повторяйте Хари Кришну. И поэтому это было просто... Не нужно было в тот момент просто заморачивать голову им, потому что половина бы народа просто ушло. Вот по этому пункту ушло. Потому что дживу бы не смогли понять. Свое положение бы не смогли понять. Расстроились. Вот у вас сейчас у всех грустные лица. Почему? Особенно у Сарады. Почему? Ну, потому что, ну, просто жалко, как жалость берет к самому себе, да? Мне жалко себя. Поэтому человек плачет. Ух ты такой, меня так наказал. За что? Вот он наслаждается, а мы здесь страдаем. Да, да, как там в Opel Chevrolet в Рио-де-Жанейро, да? А я тут живу. Так же у Кришны там дворцы, понимаешь, а я тут в этой лачуге и так далее. Вот. Поэтому он такой богат. Да, Нандагопи, не ли что-то. Не важно, где я, да? Мама Джанмани, Джанмани, Швари, Павата, Бхакти, Рахай, Туки, Твои. То есть, наверное, людей Кали-Юги учат вот это. Да. Основным моментом, что мы должны развить в себе это настроение, не важно, где я. Или в духовном мире с Кришной на Галоке, или в материальном мире, да, это главное состояние внутреннее. Что касается садханы, да, то есть не то чтобы на Галоке, может быть, но, скажем, в раю или в аду, да, вот преданный случайно там пал низко, да, и попал в ад. Он преданный, ну, он должен там отстрадать. Обычно этого не бывает. Обычно преданный, он сразу же, минуя рай и ад и распределение Ямараджа, в следующее тело, человеческое. Буквально вот, вот так вот. Без, как зеленый канал, без таможни. Вот, да.
Но иногда бывает, попадет он в этот ад, да, там он стал преступником, там что-то сделал, там накуролесил, ну, какое-то там облегченное наказание. Вот. А потом или в рай попадет. Вот. Но преданные дживаны мараны, как там, дживаны мараны, гати арнахи мор вы сегодня пели. Да, Рада Кришна пранамор югала кишор, дживаны мараны гати арнахи мор. У меня нет другой цели, нет другого желания, только служить Раде Кришне. Вот так. Судеви, что ты хотел сказать? Не отвязанный вопрос. Я вспомнила эту теорию по поводу зависти, где мы были и прочее. И идея заключается в том, как я ее поняла, да, у Искони, что зависть, она зарождается в духовном мире, но она не может быть там проявлена, поэтому душа, ну, поэтому все падает. И как бы основная аргументация состоит в том, что все, что здесь есть в материальном мире, оно все происходит из духовного мира. Нет, это опровергает еще одно положение, с которого начинается 16 глава. В 16 главе Бабаджи Махарадж объясняет Раджанату одно положение. Есть три вида душ. Два первых называются нитья сидда, то есть вечно совершенными. Они живут в духовном мире. Один вид выходит из Баладева Прабу, вот отсюда. Другой из Махасанкаршаны на Вайкунхе. И они даже знать не знают о том, что есть материальный мир, и есть какие-то души, которые в нем страдают. Вообще не знают, просто не знают. А, вспомнила. Да. В общем, такая аргументация была, что есть такой запрет в духовном мире, есть запрет на зависть. То есть нельзя запрещать то, чего нет априори. То есть, в общем, соответственно, значит, она там как-то есть, но проявиться не может, и поэтому они падают. Вот, вспомнила. Нигде это не подтверждено. Вот, и еще вот в той же теме я слышала такую версию, которую я, собственно говоря, и хотела спросить, о том, что вы говорили, что душа случайно бросает взгляд либо на материальный мир, либо на духовный, и отправляется либо туда, либо сюда. Материальную энергию, да, духовную энергию. И идея заключалась в том, что если на трансцендентном уровне, если душа видит духовный мир, то душа не может его видеть, она его видит, она уже там. То есть, что эта концепция с того, что душа, ну, случайно бросает взгляд, она как бы неверна, потому что если ну, что-то видит, то уже там нельзя видеть и не пребывать в духовном мире. Ну правильно, поэтому она видит, и то есть, когда она выходит из татасты шакти, она слаба духовно, она не может разграничивать, поэтому ее спонтанно притягивает что-то. Но подавляющее большинство душ попадает в материальную энергию. А, она вспомнила, она говорила, что она притягивается, ну, не на Вайкунха, а куда-то, ну, в духовную часть, но потом все равно должна опасть, чтобы пройти. Не-не, неправильно, смотри, значит. Те души, которые сразу же под воздействием духовной энергии идут в духовный мир, еще до начала своего проявления, вне своего проявления в материальном мире. Они идут вплоть до Вайкунхи. Те, у которых потенциал во Вриндаване, Голока Вриндаване, они должны пройти через материальный мир, чтобы отправиться в духовный мир. А, да, про Гопа Кумара еще история, где ему говорят, что тебе нужно сейчас то есть с Вайкунхи опять вернуться на землю. Да? Это особый случай Гопа Кумара. Особый случай. Да, да, Кумара, вы сейчас только что говорили, что нам нужно опять вернуться через земной Вриндаван, что на Вайкунхе не нужно. Да. А почему это история Гопа Кумара? Там другое. Гопа Кумар и Джая Виджая — это другое. Это другое, вечные спутники. Вот. Что касается общего потока джив, который проходит через Татасты Шакти, это их касается, что часть может пойти духовно, только на Вайкунху. Гурудев подтверждает. Ой, надо... Оттуда она же попадает, вы же сейчас сказали, в материальный мир, если она стремится на самом деле во Вриндаван. Ну правильно, она должна через... То есть из Вайкунхи все... Не с Вайкунхи, Татасты Шакти, понимаешь? При проявлении. Те души, которые из Махавишну выходят. Вот отсюда выходят. Окей, последний вопрос, Дева Прастха. Последний вопрос. Еще? Ну это джива, вы можете целую ночь сидеть. Тут это джива, вы опять дживу затронули вот эту. То есть на марати петь надо уже. Тут джива будет сейчас полночи чаи гонять. Сейчас будет. Я понял. Дева Прастха. Связан, да, с этим, Дима, вопрос. А начать ли, что вот, допустим, живые вещества, которые протековали бхакти, и потом вошли в тело Махавишну, в следующем проявлении они просто автоматически привлекаются духовным миром. То есть те, которые сильны. Где-то это читал? Где-то я слышал, да. Слышал где-то? Где-то, да. Как фамилия товарища? А вот можно добавить, что подтверждение
писание Ачарьями, ну, называется Праман на санскрите, является то, что они изложили в своих книгах. А то, что вот различные беседы с какими-то хиппи, еще, это просто момент проповеди. Потому что это публикуется некоторыми духовными лидерами, которые пытаются тем самым свой авторитет. То есть они в какой-то момент заблуждаются, но пытаются вот это писание, какие-то высказывания садху подключить под свои заблуждающиеся идеи. Да, это правильно. Значит, когда сделали фолио Шрилы Прабхупады, знаете фолио, то есть там полное его собрание всех сочинений, высказываний, писем. Вот. То есть появилось вот очень часто это Шрила Прабхупад said. То есть он сказал, понимаете? Сейчас похожее появляется у нас. Гурудев сказал то, понимаете? Кому сказал? Почему сказал? Когда сказал? Зачем сказал? В какое время сказал? Понимаете? Люди же тоже меняются. Допустим, тот хиппи, он стал потом великим преданным там, и так далее. И может совсем другое. На том уровне Прабхупада ему сказал одно, потом он ему сказал другое. Иногда гуру может давать ученику прямо противоположное наставление спустя какое-то время. Мы не можем применять вырванное с цитаты наставление на все случаи жизни. Праман — это книга нашего изначального положения. Ну вот, это Праман. Но у нас есть книга, Это же не книга Шрилы Прабхупады, это и многие сейчас. Не-не-не. А там цитаты только из Шрилы Прабхупады книги. Одну секунду. Значит, Шьямарани Диди составила на основании книг и высказываний и лекций Прабхупады и Гурудева в особенности книгу, которая называется «Путешествие души». И книга, по-моему, переводится или перевелась уже на русский и будет выпускаться. Значит, «Journey of the Soul» есть на английском. Там есть одна очень красивая цитата из Шрилы Прабхупады Бхактивиданты с вами из Кришнабука. Я помню. Я не помню, о чем там была речь, какая лила разбиралась, но такое положение, что тогда душа встречается со своим возлюбленным Господом впервые. Впервые встречается со своим возлюбленным Господом. Такое было. Тогда уже первый раз видит свою возлюбленную. Это не просто проскользнуло, понимаете, так оно и есть. Впервые видит своего возлюбленного. Ну, поэтому... Наверное, имеется в виду его форму, то есть его вот форму. Или как Нараяна, или как Кришна, но он был в теле Махавишну, то есть изначально он... Изначально он был, конечно, просто был. Просто он видит его форму. Но есть термины, смотрите, сварупа сиддхи и васту сиддхи. Ведь сварупа сиддхи – это уровень бхавы. Васту сиддхи – это уровень према. Сварупа сиддхи – ты осознал свое духовное тело. Но васту сиддхи, то есть в духовном мире, ты еще не утвердился. Поэтому тебе нужно родиться там, где Кришна являет свои игры сейчас, и быть в анугате, то есть под руководством его вечных спутников. Тогда ты можешь действительно обрести васту сиддхи. Но думать, что у нас когда-то было васту сиддхи, и потом у нас, как сказать, материальная энергия там поймала и развенчала из-за нашей зависти, это абсурд. Это просто это перечеркивает, все шастры перечеркивают, если разобраться. Потому что мы слушали, понимаете, мы слушали вайшнавов, которые расика и татва-гья, действительно. Понимаете? Шилу Гурудева, Шилу Бхактиракшак Шридар Махараджи и так далее, и так далее, и так далее. Многих вайшнавов. Таких не берут в космонавты. То есть там Гапешвар Махадев все защищает, если у человека зависть или шилу джива, то Гапешвар Махадев, он даже Гавриндаван не пустит. Гавриндаван не пустит. Ну что, ну, хорошо, Галя, окей, Бхактини Галя, так что, предложили все, нет? Что происходит? Еще предлагается. Хорошо, Галя, вопрос. То есть получается, что то, что мы сюда попали... Дверь откройте, кто-то пришел. Это милость Кришны. Для того, чтобы ну, как бы мы ощутили эту жажду встречи с ним и служения ему, и попали к нему, и он нас к себе забрал. Да, совершенно верно. То есть это такая милость. Да. Кстати, что у мормонов естественно... у них вот эта идея доминирующая, что да, по милости Господа мы пришли сюда, чтобы потом вернуться. Нам до гопи не понаслышке знают. Вот, значит, да, Галя, совершенно правильно. То есть... Я вспомнил из 16 главы фрагмент. Бабаджи Махарадж говорит, что у Кришны есть безграничная... Он как же там? В общем, он лила-майя. Кришна лила-майя. То есть у него лила безграничная. Вот эта лила с дживой обусловленной,
из материального мира, это еще одна его лила. То есть мы себя обязаны ощутить участниками Кришна-лилы уже здесь и сейчас. Вот это важный момент. То есть мы уже сейчас являемся участниками Кришна-лилы, но вот этой, связанной с материальным миром, которого жителями мы, увы, являемся, но это наше положение. Получается, что если душа изначально она слаба, а не независима, то получается, что просто непризнание собственной слабости приводит уже к зависти. То есть признание своего положения, слабости и всего остального, она не дает возможности для развития зависти. Да, потому что смирение – это отсутствие зависти. Когда мы ощущаемся смиренными в том положении, в котором находимся, обусловленные дживы, которые принимают путь бхакти и практикуют тринада писуничина, зависти быть не может. Поэтому преданным предписано радоваться, когда другой успешно что-то делает. И очень радоваться и брать пример. Все, не думать, что я должен быть лучше на каждом шагу. Поэтому... А это может быть механически, просто признаешь свою слабость и понимаешь, что места для зависти не остается. Ну да, то есть не то, что механически, но как светает в комнате, да? Тьма исчезает пропорционально яркости света. Также нет места для зависти, если есть смирение. Смирение, зависть, антиподы. У меня вот еще один вопрос, вы на него не ответили, потому что сейчас как-то вроде тему затронули, может, можно? А я ответил еще раз, хотя, чтобы ответить. Не, вы не ответили. А, не ответил? А что, я там типа... Да, типа, да. Ага. Действительно сказал, что вот вы сейчас, я не оставляю вам преемника, и вот вы сейчас коллегиально будете как бы направлять людей. Прабхупада сказал им... Ну, там есть положение с этими 11-ю. Вот, то есть 11, он, говорят, там, назначал, не назначал, в общем, эти все тонкости, я не знаю. Но факт тот, что он, да, он оставил представителя. Я вам могу сказать, что наш Гурудев сказал. Когда Гурудев первый раз приехал в 2000 году в Россию, его спросили преданные. Был Даршин знаменитый. Его преданные спросили. Мы хотим услышать, один сказал, я хочу услышать от вас. Я хочу услышать от вас, что вот такой-то с вами, да, когда-то. Который как раз тогда упал, в 98-м, да, он не был подлинным гуру. Гурудев сказал, он не был гуру, он был представителем. Понимаете как? То есть они были как бы ритвиками, и имя остались, типа, понимаете как? Вот, то есть тот, кто гуру, он не может упасть. Поэтому Горгавинда Махарадж, когда его спросили, а что если гуру падает, Горгавинда Махарадж? Гуру не падает. Гуру не падает. Поэтому, если кто-то вдруг упал, то это означает, что он не гуру. Что он был представитель, он был преданный, он был Хари Кришна, он был окей. То есть получается, что гуру в Исконе не осталось, потому что коллегиально, ну вот я про свою реакцию рассказываю, я когда услышала, что это коллегиально, ну, Прабхупада сказал, вы решение принимаете коллегиально, чисто коллегиально. У меня возникло, ну, такое субъективное ощущение, что это какая-то глубокая подстава, потому что если соберутся 10 детей, папы нету. Окей, значит, смотрите. Нас, в принципе, не должно волновать. Почему это вас так волнует? Ну, я слушала про душу, и там было параллельно сначала, ну, вот сначала была тема про коллегиальность. Вот, меня волнует коллегиальность. Все, выключаем телефоны, да? Я сейчас это неправильно, но мне коллегиальность. Я снимаю. Что? Меня волнует коллегиальность. Я сейчас понимаю, где коллегиальность. Знаешь, повторяя Хари Кришна, понимаешь, не задавая лишних вопросов. Это лишний вопрос. Понимаешь, да? К тому же у нас прямая трансляция, нам не нужны политики здесь никакой. Окей, да? Окей, что там с предложением? Все снимайте с алтаря уже без предложения. Все предложено, да? Забыл, наверное. Гаур Преманандэ. Встретимся в следующий четверг. Вот. У меня...